Здравствуй, Шурин. Привет, привет. Здравствуй и ты, дорогой зритель. Шурин, скажи мне вот что. Мы с тобой любим путешествовать, да? Ну, в смысле, ты любишь, и я люблю. No homo, да? Ну, порой... Я так издалека, да, начинаю? Но порой, не всегда удается он как бы пропутешествовать куда надо в силу различных обстоятельств. То есть, ну, хотел съездить, не получилось, да, по тем или иным причинам. И поэтому мы с тобой сегодня отправимся в дорожное приключение по, друг мой, Соединенным Штатам Америки. Между прочим, вот. Я там не был. И я там не был. И вот сейчас посмотрим. Значит, так, нас благодарят за приобретение программы. Мы обозначим, что мы взрослые, которые устанавливают программу для ребенка. Ну ладно, регистрироваться не будем, короче. Road Adventures USA. Значит, я тебя сегодня запускаю. Давай насладимся бюджетом, значит, постановкой. Всем. Если оно, конечно, вообще заработает. Yes! О. Yes! Угу. Оно. Да. Welcome, Road Warrior. Сейчас, подожди, до этого еще дойти надо. Дорожные воины. Дорожный воин! Безумный Макс! And packing up food for you and your partner. Better find someone to go along. Да. Meet some real cool people and some not so cool. Сейчас я, наверное, это чудо сделаю чуть потише, decide, а тебя чуть погромче. To, when to go, when to stop, and what direction to steer. Fasten your seatbelt and hit the road with ну, кач вообще сумасшедший. Вот так вот, я немножечко потише сделал. Надеюсь, тебе все еще что-то слышно. Вот как тебе, музычка? Достаточно тихо, я сейчас попробую себя. Можно было бы немножко погромче чутка. Я боюсь просто, что она будет перебивать тебя. А, ну окей, ну и черт с ним. Вот так я могу сделать предельно. Вот как бы так. Нормально. Вот. Ну, поверь мне, информативную часть... Ничего ты не упускаешь. Значит, что это такое? Это educational game от компании The Learning Company. Обучающая компания, понимаешь? Она звучит как, типа, киберпанковская корпорация, которая все-все-все производит в далеком будущем, да, мрачном. И, типа, обучающие продукты от обучающей компании Коу Лимитед. Вот. Но на самом деле, короче, эти ребята... Зацени я меню опций. Хорошо, да? Арф. Давай посмотрим, кто это сделал. Кто эти негодяи. Я пока что буду увещать. Значит, эта компания, она на самом деле славна другим обучающим продуктам, которые, наверное, может, ты слышал. Орегон Трейл. Дорога на Орегон, путь на Орегон. Слышал про такую вещь? Что-то из недавнего, нет? Нет, ты, может быть, думаешь про Орегон Трейл, который является пародией Орегон Трейл. Ну, суть в чем? Там... Я не про то, значит, думаю вообще. Суть в чем? Значит, это многочисленные итерации вот были этого полуобразовательного продукта, где ты с семьей отправляешься на караване с восточного побережья на западное, так сказать, осваивать американскую целину. Это, собственно, и была та самая дорога, путь на Орегон, да? Вот. И, вот видишь, тут даже печеньки благодарят, что были очень вкусные. Вот. И, соответственно, Орегон Трейл — это такая программа, которую ставили на всех школьных компьютерах в Америке, где только могли, и не только в Америке. Ну, типа, как бы такой образовательный элемент есть, значит, мы там рассчитываем фураж, рассчитываем, какими путями ехать, узнаем немножечко американскую географию и все прочее. И в результате этого игра множество переизданий выдержала. И вот как раз между очередным переизданием, между очередными двумя, они решили, вот эти ребята, диверсифицироваться и выпустили игру про современный антураж, современной этой игре. Это, по-моему, то ли 99-й, то ли 2000-й год. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. Но где-то вот на стыке миллениума. И тут, соответственно, все прелести FMV-видосов, все прелести интерфейса конца 90-х, все прелести вот этих вот окошечек, шрифтов стандартных, да, и общая кринжовость всего вот этого дела, заключающаяся в том, что у нас тут именно дорожная
путешествие по Америке. Ну, современный создателем игры. Так что, чё, готов? Поехали, да? Да, да? Нет, ну давай, чё. Давай, дорожный воин, не стесняйся. Значит, нам тут говорят, Спиди что... Смит. Да, Вероника Ричард говорит, значит, Спиди Смит, поздравляем тебя. Ты выиграл в, значит, нашем фикшнл-конкурсе Road Adventures USA Competition. Насколько мне известно, такого не существует. Ну, типа, Story Convenience. Значит, выиграл, выбирай тур, по которому мы поедем. Мы поедем по самому серьезному туру. Марафон, 9 остановок, 10 дней. Назовемся мы, конечно же, ну, не Спиди Смит же, правильно? Как мы назовемся? Mm-hmm. Младший. Вот так. Да. Хорошо. Погнали. Я так в паспорте написано. Здесь есть опция «Быстрый старт», но мы ей пользоваться не будем, это для слабаков. Эта опция тебе предлагает по-быстренькому выбрать машину, выбрать компаньона, а мы все это сделаем интерактивно, с, знаешь, это, с огоньком. Уже интересно. Сесси Лейди нас приветствует. Я чаем подавился. Ты чай держи как бы на некотором расстоянии от себя, друг мой. Я уже убрал, да. И от монитора тоже желательно подальше убирай. Потому что тут... Значит, что... Вот этот вот, значит, наркоман, пёсик. У нас тут панорама. Значит, немножечко барахлит у нас эмуляция Windows 98, все-таки через виртуальную машину запускается. Как могу, капитан, вот насколько быстро, как могу. Значит, у нас тут вот как минимум двое человек собачка. И сейчас осмотримся. Такой, знаешь, как местообразный квест такой, да? То есть мы сейчас это, пазлы будем решать. Вот. Да. Мы сейчас на самом деле выбираем компаньона. А, так это надо, наверное, собаку взять. Что нам идти? На самом деле ты прав, да. Потому что вот тут вот этот скуф, короче. Бухает уже, понятно, все его. Да. Какой-то родственник скалы, знаешь, это из форсажа, там, который это в комедийной вставке какой-то. Вот. Значит, эта дамочка, которая явно жульничает в бильярд. То есть она играет в него руками, походу, без кия даже. Вот, настоящий профессионал. Так, ну и вот на диване. Тут диван, я так понимаю, как у Патрика Бейтмана, клеенкой обклеен каким-то целлофаном, да, чтобы это, если что, было удобнее кровь смывать. Потому что этот чел, ну, явно не похож на психически здорового. Другие выделения. Да. Я с этим челом ездил. Один раз я поиграл, как бы быстренько проехался. Вот. Он очень капризный, мне не понравился. Поэтому... Я думаю, что все-таки пес, он меньше будет вызывать проблем. Знаете, какой довольный. Вот. Ну, и эту дамочку мы тоже проигнорируем. Чем меньше о ней будет сказано, тем лучше. Давай послушаем презентацию песика. А! Секунду. Лишний раз щелкнул. Да, тут распознавание кликов идет такое. Не сразу происходит распознавание. С оттяжечкой. Тут нужно попасть в какие-то тайминги, знаешь. О, так, поговорим с собакой. Ты кто? Уф. Хорошо. В чем ты хороша, собака? Блин. Хорошо. Что для тебя важно в поездке? Хавчик? Пожелать почесаться, полизать яйца, да? Средство от блох, да, почесать яйца и хавчик. Я выберу тебя в качестве моего партнера. Мы выберем, да? Да, конечно. Ну, невзыскательный такой, все понятно, главное, объясняет. Окей. Собака, в общем-то, не против. За любой движ, короче, понятно. Это, я так понимаю, обязательно анимация, которую мы должны посмотреть. Да, пока не закончится. Да. Hey there, Jeffrey Donaldson. Здорово. Джеффри Даммер. Hey there, Jeffrey Dahmer here. Yesterday, the owner said, clear out the lot. Every vehicle here is priced to sell.
Я вот ни хера не слышу, что он говорит. Тем лучше. Но делает он это с такой артикуляцией, что я прям завидую. Давай я погромче чуть-чуть тебе сделаю, вот, чтобы тебя порадовало. По-моему, у нас можно музыку уже отдельно подкрутить. А, ее можно выключить, но ее тут практически не будет. Мы будем наслаждаться в основном звуками. Так что я тебе сейчас еще немножко сделаю. Так, ну-ка, собака. Партнеру нечего сказать нашему. Нечего сказать. Нечего сказать. Понятно. Значит, смотри, у нас тут выбор. Мы как бы у автодилера, да, тут вот серьезный автодилер с галстуком. С галстуком. Вот. Барыга, понятно. Да, барыга, значит, 4 лужицы у нас. И у нас на выбор разные машины. Можно посмотреть характеристики, сравнить расход, там, ё-моё, вот это вот все, да, то есть как настоящие ребятки. Так, это. Пикап отметаем сразу. Отметаем, да? Синюю тоже. У нас выбор микрушник либо спорткар. В микрушнике мы будем выглядеть как настоящий серийный убийца. Спорткар — это, конечно, для нас таких вот heterosexual dudes, собаки, и как бы это чисто в отпуск отправиться, ну, конечно, идеальный вариант. Но сколько хавчика мы сможем закинуть, да, и сколько мертвых проституток мы сможем запихать в багажник этого седана. Давай посмотрим. Значит, документы. Документы. Что у нас из значит, удобств? Усилитель руля, значит, дверные замки. Представляешь, замок, это прямо это какой-то вот это. Радиальные шины. Кондиционер. Немаловажная история при путешествиях в Америке. Значит, усиленные тормоза. Одометр. Значит, регулировка угла наклона рулевого колеса и откидывающееся сиденье. Из других аксессуаров литые диски, друг мой. Между прочим, вот это серьезно перед пацанами попонтоваться. Значит, какие-то внутренние эти дворники. А, интервальные. Ну, дворники, ёпта. Стеклоочистители. Они есть. Внутри отделка этим ковриком. Это вообще, конечно, шифродром у нас тут. Прям это, знаешь, Волга, короче, настоящая. Значит, отделка тканью. Часы есть. Центральный подлокотник тоже неплохо. Cortezy Light. Значит, огни в салоне, освещение. И Deluxe колпаки на диске. Хорошо, такой прям вариант. Цвет Roman Red. Пробег, конечно, не радует. 129 тысяч миль. Почти 130. То есть где-то уже под 200... Ой, ну много, короче, да? Чуть не под 300 тысяч. Ну, 200 с чем-то точно. И стало быть, пятиступенчатая механика. Как бы это... Придется палкой-то поработать, да? Вот. Давай сравним с микрушником, прежде чем хвататься за первый попавшийся вариант. Микрушник, значит, чем может похвастаться? Ну, тут пробег поменьше. Четырехступенчатый автомат, между прочим. Цвет, конечно, пососный, типа вот этот Sunflower Gold, да, такой, ну, как бы... Цена такая же. А цена такая же, да, прям чуть ли не рубль в рубль, да. Тоже усилитель, тоже замочки, тоже радиальные шины, тоже кондей, тоже... Тормоза, одометр, регулировка. Часы есть, центральный подлокотник, все есть. Ты знаешь, как, такое ощущение, что прям это одно и то же, только вместительность, друг мой, вместительность. Ну и тоже, да, по подвижку, кстати. 3,8 литра V6 инжектор топливный. Что с седаном? Что там с седаном? Тоже инжектор. Тоже, ну, тут четырехцилиндровый какой-то обоссанный на 1,8 литра. Короче, не спорткар, ни хрена, берем микрушник. Не спорткар, да, в гору будет там еле-еле тянуть. Как бы таким это, девочек не соблазнить американских. Вот, поэтому берем вот этот микрушник. Ну, и будет где псу еще это разгуляться, посрать, если что. Так, мужчина, с вами все хорошо? Так, значит, определяемся. Мы покупаем автобус. You know a good vehicle when you see it. Practical, but with a real wild side. I know you're going to be happy with this little baby. It's built for fun and adventure on the open road. Okay. Okay. Looks like you're ready for the clue. Мы тебя не брали с собой.
Но, слава богу, она не будет с нами путешествовать, но она будет еще попадаться нам по дороге. Это, значит, наш такой куратор, это та самая Вероника Ричардс, или как это там, которая нам письмо отправляла. Значит, смотри, в чем суть? Суть в том, что нам нужно попасть на разные локации, основываясь исключительно на подсказках, которые нам дают. То есть, типа, отправляйся туда, где там, значит, Линкольн с медведем в одном лесу срал в том-то году, да? Да. Вот оно что. Это такой образовательный элемент, но фишка в чем? Фишка в том, что тут есть внутренняя Википедия, которая практически, в общем-то, полностью нивелирует усилия такие мозговые, поэтому мы на чили будем. Основная задача будет рассчитать маршрут. Она так это довольно говорит, читинг, как будто она рассчитывает, что мы вот-вот начнем жульничать. А как мне догадаться в подсказках? У нас есть лаптоп-компьютер. Тот самый? С Википедии. А что, если мы потеряемся? Send an email to headquarters if you need another clue. Or if you just can't figure out where your next stop is. That'll take away a few points from your final score, but it's better than driving around without a clue. Да, в конце концов, когда закончится вот этот срок, мы проедем по всем локациям, подведут итоги, там будет такое-то церемония награждения, все дела. Вот, и почитают, насколько мы эффективно, скажем так, ехали, насколько мы удовлетворяли нашего партнера, ну и все прочее и прочее. Сколько денег потратили и так далее. Что еще нужно перед поездкой? You should stop in at the store here and then hit the road. Значит, заглянуть в лабаз и закупаемся. Hit the road, Jack. Так, все готов. Давай первую подсказку. All right then. Here you go. Good luck. Да, подсказка в виде вот этих компакт-дисков или так кругляшей, которые нам дают. А, это диск. Ага. И, ну, это может даже, знаешь, как типа медалька такая, значит, из картона распечатанная, которые нам дают, и они вот указывают на то, куда следует поехать. Значит, первая подсказка у нас такая. Значит, показывает количество, показывает количество подсказок одна из одной. Medium-sized city about halfway between Atlanta and Birmingham. Ну, так, Бирмингем, надеюсь, не английский, потому что между Атлантой и Бирмингемом довольно много городов. Придется ли линейкой мерить, да? Да-да-да. Значит, medium-sized city, Атланта и Бирмингем. Посмотрим. Значит, что у нас в этом штате... Может быть. Давай заглянем прямо в лаптоп, посмотрим, как он выглядит. Так, нас не туда вынесло. База данных по штатам. Смотрим, где у нас вообще находится Атланта. Какой штат? Атланта находится в Джорджии. В Джорджии у нас основные города какие? Атланта, Колумбус и Саванна. А второй был у нас Бирмингем, да? Бирмингем, да. Бирмингем. Так, сейчас посмотрим по карте тогда. Атланта в Джорджии. Ну, короче, нам где-то в районе Исландии туда где-то. Ага. Сейчас махнем. Ну, может, Атлантида вообще. Значит, Бирмингем у нас находится в Алабаме. Значит, Джорджия, Алабама. Смотрим, они, по-моему, соседи там. Sweet Home, Алабама, все дела. Так, заглядываем на карту. У нас есть прям такая карта неплохая. Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. К югам, да, куда-то, мне кажется. Хьюстон, Луизиана, Миссисипи, Техас, Алабама. Вот вижу Алабаму. Бирмингем. Да. Атланта. Бирмингем, Атланта. Ну, в принципе, тут без вариантов. Да, ну, без вариантов. Один город — Энистон. Видимо, в честь него назвалась Дженнифер Энистон. Значит, тут принцип такой, очень простой, да? Вот мы, собственно, геолоцировали здесь. Мы сейчас находимся в Далласе, Форт Уорф, который, что бы это ни было. Вот. И нам, судя по всему, надо отправляться по 20-й. Через Джексон. Да, в сторону Джексона, в направлении Джексона, по 20-му шоссе, по 20-й дороге, держать путь, особо никуда не сворачивая. Как бы нам этого, конечно, не хотелось. Просто такие, эх, давай махнем, товарищ, куда-нибудь, куда глаза глядят. Нужно все-таки сдерживать себя. Так, у нас что, значит, есть? У нас есть 2000 долларов. Долларов, друг мой. Крепкой, надежной валюты. У нас есть загадочные эти права, которые у ментов явно не прокатят. Значит, по интерфейсу немножечко, да, пробежимся. У нас тут топливо.
масло, температура масла. Значит, это скорость мы задаем. У нас такой типа круиз-контроль. То есть мы напрямую это не управляем, смотрим на интерфейсе, как на карте, как машинка наша движется. Указан пробег общий, и пробег будет в течение нашей поездки. Здесь у нас время, день. Мы можем заглянуть в багажник, мы можем заглянуть под капот. Под капотом у нас тут тоже всякое. Мы можем, нифига себе. Да, мы можем прям проверить. Типа, а что тут? Так, масло. Масло, нормально, масло есть. Вроде ничего, да. Значит, что тут у нас? Ремень, да? Значит, ГРМ или как он там? Вроде ничего, только нормально. Если что, все это можно в автосервис гонять и проверить. Так, не замерзайка. Охлаждалочка. Вроде, да, это охлаждающая жидкость. Нормально, есть. И где-то еще что-то у нас было. Что мы можем еще проверить? Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну ладно, пускай это для нас останется тайной. Не все сразу, правда же? Вот. В багажнике у нас, по-моему, пока ничего. То есть... А, нет, подожди, у нас есть два сэндвича с ветчиной и два пакета молока. Один нам, один собаке. Один собаке, чтобы срало как следует с молока-то, да? Запаска есть, два яблочка и два батончика шоколадных. Сувениров нет. Так, давай заглянем в магазинчик и возьмем какого-нибудь хрючего собаки. Значит, у нас тут в Далласе есть всякое. Нифига себе. Есть всякое, да. Нам, наверное, стоит заглянуть в магазин. Клокмарк. Вот, заглянем в магазин, возьмем хрючего собачки. Выбор неплохой. Так. Выбор неплохой, да. Возьмем, как бы, что это нашего? Ливерные чипсы вообще неплохо, я считаю. Это я и сам за милую душу. Сам за милую душу плету, конечно. Вот, так, значит, парочку бананов возьмем. Ну, слушай, конечно, собачья еда, вот этот пакетик-то $9. Между прочим. Ну, типичная собачья еда, ты видел, сколько она стоит? Типичная собачья еда, да. Пам-пам-пам-пам. Чё тут в холодосе есть? Можно взять какую-нибудь дерьма какого-нибудь. Гуга-кола. Пивка. Пивка для рывка. В образовательной игре взять. Так, ну погнали, да, это. Don't drink and drive, kids. Как мы. Значит, возьмём подозрительно это. Импортозамещенную колу. Вроде как в Америке, да, импортозамещенная кола у них. Сприц. GG-кола. Да, GG-кола. Гуга-кола. Значит, берем это все дело. Погнали. Потом я тебе покажу еще, какой тут функционал есть, но пока что ничего особо тут важного нет такого, чтобы мы без этого не обошлись. Так, погнали. Така-пака. Така-пака. Значит, ист по 20-й, да, отправляемся. Погнали. А, так это происходит. Да. Вот так, лимит скорости 70. Погнали, 70. Не будем стесняться. Че время тянуть? У нас маршрут довольно такой протяженный, между прочим. То есть все-таки птички мять лишний раз не рекомендуется. Вот. Ну и Ага. Emergency stop требуется собачке. Мы можем проигнорировать и остановиться. Останавливаемся, да? Да, останавливаемся, что будет срать-то на сиденье. Да, неприятно было бы. Так, останавливаемся, где сможем. Вы с вашим партнером сожрали еду. Яблоко, сприц, значит, это недоспрайт, батончик, ливерные чипсы, наггеты, яблоко. Жрать-то. Все, блядь, сожрали просто. Это прошло 3 часа с начала поездки. Что у них с метаболизмом, ей-богу. Я могу понять, если он собаки там скормил, и теперь она срет, как это, как бешеная просто. Поэтому останавливаться надо каждые 5 минут. Но смотри, мы уже проехали. Что за К-плюс? Это остановочки, как я понимаю. То есть вот эти понял. Вот, типа сервис, не сервис, а вот эти вот миниатюрные остановки. То есть у нас сейчас мы приехали в Джексон. То есть уже неплохо. Дальше по 20-му. Дальше пилим по 20-му, сейчас посмотрим. Топливо-то у нас, хо-хо-хо, друг мой. Еле допыхтели на своей этой пердульке. Расход, ё-моё. Так, давай-ка заправимся. Значит, смотри, тут есть мини-игра.
Тут есть мини-игра. Попади в дырку. Да, мы примерно... мы не знаем, сколько у нас сейчас. Объем. Пока что мы не знаем объем, объем бака. Но знаем стоимость бензина. У нас на выбор есть три варианта бензина. Значит, обычный, делюкс и супер. Да? Понятно, там лучше какой-нибудь средненький заправлять. Вот, стоит он тут довольно дорого, кстати. Рубль 269. Нам нужно до полного бака, понятное дело, заполниться. Давай прикинем, сколько может быть у нашей таратайки бак объемом. Ну, литров 40. 40? 30. Я бы 60 поставил, на самом деле. Хотя, хотя да, у микрушника может и 60, не знаю. Давай на 50 сойдемся, среднее. Среднее давай, значение. Да. 50, 50, бакс 269, сколько нам? Примерно 60-62 бакса нужно, да? Угу. Смотри, значит, чем ближе мы угадаем к итоговому значению, тем большую скидку нам дадут. Если совсем не, расхождение будет большое, то нам скажут, что мы считать не умеем и, в общем-то, дурачки. Можете ехать дальше. Интерфейс немножко коварный в том плане, что когда вбиваешь, он вбивает сначала центы, то есть нужно еще нули забивать. Я так несколько раз... Как на весах, да. Да, я так несколько раз, короче, по автомату набивал центы, и хотя уже знал, как бы, прям точно, сколько надо это. Вот, ну давай сейчас постараемся запомнить, какой у нас бак, да? А, мы же в галлонах вообще считаем, а не в литрах. То есть там еще больше дало. Меньше. Сейчас она ебется довольно сильно. Да, 22 галлона. Это от пустого, от почти пустого до полного. А, соответственно, полный бак будет стоить около, при такой цене, около 28. Запомнил, да? Вот. Ну и, соответственно, флуктуации цен будем примерно учитывать, чтобы получать скидочку. Если прям совсем рядом угадать, то нас могут даже бесплатно заправить. Вот так вот. Вот. Но сейчас мы, конечно, заправились не кисло по фулл прайсу. Можно зайти сувенирчик взять какой-нибудь. Например, запаску. Давай возьмем собаке косточку. Собаке косточку тоже считаю, дело нужное. Свинья-копилка тоже пригодится. Как мы без свиньи-копилки? Так, это что за говно? Это домик. Этот снежный. Да, снегопад этот. Не, давай его не будем брать, возьмем вот эти два. Какую-нибудь мерзкую шоколадку. Так. Что еще есть? Собачка, что у нас там? Что у нас тут? Молоко, сэндвич, ГГ-кола. Собаки только вкусности, причем три яиц. Не уверен, что это правильно написано. Так. Ну, собачке-то надо бы что-нибудь хрючего какого-нибудь взять. Давай еще чипсиков возьмем. Пускай это серит активнее. И вот это вот говно. Вот. Так, ну что, едем дальше? Да. Пока времени еще день на дворе. Можно ехать. После 7, по-моему, вечера мы обязаны останавливаться и как бы это, баньки на покой. Споч. Да. Все-таки день тяжелый. Уже 465 миль махнули. Это, знаешь, как от Петрозаводска до Воломы махнуть. Ха, дело серьезное. О, только дорога, конечно, получше. Так, вроде продолжаем, да? Да, по 20-му дальше. Так, едем. Лимит 70, не превышаем. Нормально. Сейчас заедем в Алабаму. Так, пожрали. Опять сожрали все примерно. Сожрали примерно все, да. Собака, в общем-то, нормально. Ее это устраивает. Ну, чипсов на пару с собакой пахнул тоже. Опа, нам месседж пришел. Так. Ага. Прогноз погоды. Прогноз погоды. Понятно. Очень интересно, просто обосраться. Спам, вот прямо, знаешь, ничего не поменялось за 24 года, за 25. Спам как приходил, так и приходит. Это загадочная супрематичная конструкция, это город. Заезжаем. Так, где мы? Это Бирмингем, да, нам нужно добраться до Энистона. Дотянем или подзаправиться, как считаешь? Мы от Джексона ехали. Угу. По идее, должны доехать. По идее, должны доехать. В принципе, мы можем эвакуатор-то вызвать, конечно, он в копеечку нам влетит, если что. Ну,
кто не рискует, тот водку по утрам не дует и чипсы собачьи не кушает, правильно ведь? Поэтому я предлагаю сходить похавать. Стейкхаус, к примеру. Стейкхаус. Последний самый. Фэтбэк. Фэтбэк, класс. Фэтбэк, стейкхаус. Отлично. Тут, значит, зайдем. Хорошее какое меню. Прекрасное. Че берем? Мамбо-джамбо берем. Мамбо-джамбо. Берем мамбо-джамбо. А, слушай, нам и так предлагают, по-моему. Ну-ка. Мамбо-джамбо и стаут-кейк. Он нам и так по умолчанию предлагает. А, можно еще десертик взять. Блин, вкусненько так выглядит вообще-то. Хамисайд бачок. Ну, берем, конечно. Собаку убьем. Собакам же нельзя, по-моему, шоколад строго запрещено. Good choice, partners. Be right back with that order. Окей. Паркер. Окей, покушал. Покушал. Слава богу, тут догадались не делать хотя бы анимацию, как покушать. Там не как в дому дороги не надо сражаться с местным быдлом. Вот. Так, ну продолжаем, да? Едем на Энистон. По умолчанию интерфейс такой, что мы каждый раз останавливаемся на каждой вот этой точке, на каждом городе самостоятельно. Ну, либо если что-то экстренное, то останавливаемся на этих точках, да? Так, вот это спид... А, это 20-й, это не спид-лимит. Так, мы, собственно, добрались до Энистона. 7:30, уже пора баньки, но сперва давай возьмем подсказочку и с чистой совестью уже отправимся. По-моему, обычно либо на заправке у нас кто-то тусит, либо в самом городе. Сейчас, по-моему, тут есть съезд на город. Так, а мы добрались до него или не добрались? Одну секунду, давай посмотрим. Что-то у меня ощущение, что мы встали на один сервис-поинт до Энистона. Так, можно ли призумить как-то, нет? Я так понял, что нет. Ага. То есть мы, по идее, должны быть в Энистоне. Атланта, Бирмингем, да? Все правильно. Так. Ну ладно, давай тогда переночуем и на свежую голову уже займемся этой дипстикой. Так, у нас есть два варианта. Дешевый такой отель со шкафами и тараканами. И, значит, Royal Worcestershire. Как считаешь? А что, мы богатые, что ли? Не, конечно, мы нищие студенты. Мотель! Чисто из фильмов бассейном. Дэвида Линча, вот знаешь, или там под Сильвер Лейк, что-то такое вот, прям это, Сиди Мотел, короче, да? Uh-huh. Сымаем. Делюкс номер есть, представляешь. Буковка покосившаяся, правда, но тем не менее. Че, какой номер возьмем? Так мы экономим. У нас все деньги на чипсы ушли. Все деньги уходят на чипсы, да. Ну мы как бы... Еще с завтраком. Рабы живота своего. Завтрак придется. Окей, then. Room for you. And a spot for your little doggy. А чё он так презрительно-то, да? Так, ну вот как бы мы тут... Ну и сервис у вас тут, конечно. Чилим, да, отдохнули. Мужчина? Загадочный мужчина, просто... Стоит, пырит на закат. Солевой наркоман, смотрит, он такой... Наваленный... С утра по... Да, уйдем отсюда. Страшно, страшно. Так, самое время заправиться, думаю. Так или иначе. Значит, тут бензин подешевле. Значит, сколько у нас был? 20 галлонов? Двадцатка, да. Двадцатка это был полный. Сейчас у нас чуть где-то под 18, мне кажется. Потому что мы не совсем пустые, да? Не совсем сухие. 18 и... ну, наверное, 18-19 долларов, да? Я правильно? 19 долларов посчитаем. Так, так, так. Ну, почти. 20% скидку мы заработали. 20% неплохо. Неплохо, неплохо. На наших бы заправках так делали бы, да? Так, чё тут? Какого-нибудь говна, конечно же, взять. Тут такое как... же. Тут все такое же, да. Моторное масло возьмем. Сувенир. Изолента. Конечно. Лимонная конфетка. Но мы можем чашку взять здесь.
Возьмем кружку. Так, груша, бананчик две штуки. Я без бананчиков, вот мне вот никак вообще. Уф, чипсы. Чипсы уф. Диетические, лайт. Собаке надо какое-нибудь это прючево взять. Пускай кушает. Так. Так, давай-ка прочитаем все-таки. Что нам? Что нам, чё нам насчет? Куда чего, да. Go to a medium size city about halfway between Atlanta and Birmingham. Либо в открытую где-то могут быть, либо где-то скрыто. Но сейчас походим по местным, так сказать, локациям и поищем. Нам подсказку найти надо, да? Да, получается. Обычно это человек стоит, который размахивает рукой, как идиот, и говорит нам, типа, подсказка. Так, это у нас автосервис. Это наш мотель с наркоманами. Это отель. Никого не видно. Тако-пако? Мужчина? Нам предлагают что-то купить. Это Аркус. Это же этот Аркус. Точно, да. Клонк. Спидраны записывай. Давай сожрем тако, раз уж так умеем. Welcome to Tako-Pako. May I take your order, please? Enchilada con ensalada. And numero 8. И el torno la felicidad. One numero cuatro. И breakfast diva. One numero dos. Thanks a whole lot. Please come again. Не российский ни разу. Так, бургермайстер. Тоже что-то никого не видно. Блин, у меня такое подозрение, что мы на самом деле, не доехали. Еще один солевой. Походу тот с мотеля. Поехал за добавкой к Аркусу. Мама, я умею на скейте кататься. И этот такой моднявый парень такой, это, и знаешь, который из поворота не туда обычно говорят, типа, вам не надо, туда вам не надо, выслал Демуэрта, вам не надо. Там еще на заднем фоне кто-то тусует. Да, пойдем отсюда, страшное место. House of Wu, тут прямо очередина выстроилась в китайский ресторанчик. Понятно. Не буду перекрывать. Outskirts of, там написано. Да, а, мы не доехали. Вот, exit, да, exit, да, 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 exit, ага. Exit Aniston, съезд на Aniston. Ой. Вау! Самое большое в мире офисное кресло. Ага. Есть, Том. Нашему партнеру нечего по этому поводу сказать. Маловато для него. Да, но обоссать можно, конечно. Самый большой нужен пожарный гидрант. О, Angry Joe. Привет. Мне кажется, он больше, чем должен быть. По сравнению с грузовиком. Riding a bike, you learn to keep an eye on the other drivers on the road. What? Ты наркоман, что ли, сука? Ну, он, да, получается, да. A lot more than you'd think, actually. In fact, I believe I have something for you. Чисто пушер такой. Копы приедут, обоих повяжут. Мне кажется, подозрительно, да, брать. За такие сделки. Что ты говоришь? У меня есть это кое-что. И достает там. Я бы вообще, честно говоря, пригнулся бы, когда он это начал так активно в карман лезть. Это вдруг он еще волыну достанет. Сумасшедший. Так, все космические шаттлы запускают из этого места. Но тут уже, видишь, такая... Мыс Канаверал. Да, мыс Канаверал, судя по всему, такая нетривиальная более штука. То есть тут надо вспомнить, где это. Но, соответственно, если не вспоминается, то мы сейчас просто заглянем в нашу Википедию и просто погуглим Space Shuttle. Потому что это дело такое. Ну, пока поговорим с этим странным человеком. It's 33 feet tall and weighs about 10 tons. It's the biggest chair in the US, and, well, it's gotta be the biggest office chair in the universe. Он мне как будто продать хочет этот офисный стул. Похоже на то, да. It's back in the early 1980s. Used to be you could climb a spiral staircase up to the seat, but the stairs are gone now. Потому что там срали, наверное, наверху. Riding a bike, жердяя, потому что залезли. Газовые упоры там взорвались, это. Сломались.
Riding a bike, you learn to keep an eye on the other drivers on the road. Кого он мне напоминает, не могу понять. Goodbye, наркоман. А, я думал, исчез. Не, он это периодически материализуется в нашей реальности. Так, ну что ж, заглянем, посмотрим по Space Shuttle. Какой-нибудь информацию. Ага. NORAD. North American Aerospace Defense Command Center. Так. Я чувствую, мы в такой-то скале. Мы сейчас отправимся расследовать всякое. Так, это у нас приметные места. Приметные места. Points of Interest. Колорадо. Штата Колорадо. Стало быть. Стало быть. Стало быть, нам нужно отправиться где... В этот Норад возле Колорадо Спрингс. Да? Сейчас посмотрим. Колорадо Спрингс. А нет, Артракт. Нет, они... А, да, за ними следят. Оттуда отслеживают. Да. Так, Флорида. Кеннеди Спейс Центр. Спейс Шаттл. Lift-off. Да, вот, да. Cape Canaveral, short drive from Orlando, site where the space shuttle and all manned space flights lift off. Наивные времена, когда еще это государственные были программы, да, по запуску. Не было частников. Так, Kennedy Space Center, Titusville, Cape Canaveral. Titusville возле Орландо. Ну, давайте поищем. Ой, сгинь с глаз давай. Там целый день стоит и это размахивает руками. Так, Орландо, Орландо, Орландо. Орландо это у нас город или штат? Не, штат этот самый. Флорида. Флорида. Да, точно, да. Флорида это у нас юго-восток, да, где-то? Ага. Да, ну вот, собственно. Титусвиль. Титусвиль. Угу. Слушай, нехило так-то. Пропилить недалеко надо. От Питера, недалеко от Питера там. Ага. Титусвиль. Да, Санкт-Петербург буквально. А у этих же... Там у них, по-моему, еще не только Санкт-Петербург, а у них там рядом еще какой-то, типа Париж или что-то, есть какой-то город во Флориде совсем недалеко оттуда. Я ржал с того, что у них не оригинальные названия там такие. Вот, и, по-моему, таких несколько. Так, ну мы сейчас в Энистоне. Например. Мы сейчас в Энистоне, отправляемся для Атланты, и у нас... На 75-е. Вилочка, да, мы можем на 75-ю вывернуть у Мейкона. Ну, в смысле, мы так или иначе на 75-ю до Мейкона едем, и дальше либо направо по 75-й продолжаем, либо до Саванны в Джорджии. Я думаю, до Саванны двинуть, а потом по прямой. По 95-й там. Вдоль побережья, да? Да-да-да. Типа живописный вид, все дела. Ну, типа, почему бы нет? Так, ну давай, чё. Полный бак. Я предлагаю, знаешь, перед таким, значит, эпичным путешествием, у нас тут полный бак, но заедем в автосервис, еще что-нибудь сделаем. Так, это все вот не надо. Чё такое сложное? Я считаю, что нам нужно заменить вонючку. Так, это все говно какое-то. Надраить воском эти фары. Rotate headrests. Да-да-да. Причем в произвольном направлении, да? Да, так. Просто. Вот, на это я готов. Двадцатка. Да, двадцатку всадили в никуда. Ну просто понтов ради. Понтов ради. Get out of here! Так, мы покушали таку-паку, я не помню. Да. Да. Мы позавтракали в этом. Мы не голодные. Еще есть, да? И покушали, да. Угу. Так, ну что, тогда двигаем на Атланту. Угу. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Ага. Мужчина. Пустите. Вы уверены, что... У меня ощущение, что он убил как бы человека. Взял его форму дорожного рабочего. Не похож на дорожного рабочего. Так, скидываем скорость. Мы можем, значит, в
Не, слушай, в объезд мы поехать не сможем. Тут понимаешь, в чем прикол? Значит, мы можем рискнуть, конечно, сейчас. Сейчас сохранимся. Сейчас сохранимся. Дело в чем? Оно требует 3D-ускорения. Требует 3D-ускорения. Не факт, что оно на этой виртуалке сработает. Давай попробуем, конечно, это сделать. Тут, скорее всего, будет экшн-секвенция. Сейчас попробуем не обосраться от звука, возможно, который появится. И, во-вторых, не обосраться от смеха, когда оно попытается все заработать. Лоудинг. Грузилово. Так, дальнобойщики. Нормально. Так, значит... О май гад! Нет. Вот так. Ну, до завтра доедем. Я сомневаюсь в этом. Я сейчас жму стрелку вперед и вот мышкой правлю курс. Не совсем уверен, есть ли еще какие-то... Так, скорость так просто... Зажимаю левую кнопку мышки. Ага, зажимаю она... Так, может, там так же это, тыкать на этот самый, нет? Да вот я пробовал. Но, видишь, оно... Вот сейчас зажимаю. Вот оно, типа... Мелькнуло что-то. Да, зеленым подсветилось обрамление. А, вот, во. Нет. Ну давай. Чё ты? Не хотят. Кликабельно, но как бы не особо. Так, давай заглянем. Может это я что-то... Я, пожалуй, короче, я, мне кажется, совершил ужасную ошибку. Давай я загружусь. Да и это, распейся сначала в лес. Ну давай попробуем. Попробуем, если такой функционал вообще, да? Собака, прости. Ты ни в чем, конечно, не виновата. Пусти меня, дорога. Я просто чувствую какие-то, знаешь, философские концепты такие, когда с дороги пытаешься свернуть вот это вот, типа, с дороги жизни. Такой, в эту зеленую кашу, к пиксельным деревцам, стеночкой выстроенным, в это вот голубоватое никуда. И грани, пиксели, вот эти вот, грани вот этой стеночки. Давай! Давай, мне кажется, до завтра мы тоже не врежемся. Она отодвигается, или, мне кажется. Я же говорю, это проклятое место, типа, это что-то из Кафки. Так. Сможем ли мы опции вообще открыть теперь? Мы остановились. Ага. Опции? Я сейчас лихорадочно жму на левую кнопку мышки. Нажимаю Escape. Ничего не происходит. Пробел нажимаю, ничего не... Так. Все нажатия начали срабатывать. Ага. Так, нормально. Живем. Так, игру-то я сохранил, а как теперь... А как загрузить? Через квит, наверное. Загрузить, на, видимо, через квит. Rogue Adventure. Так. Нормально. Живем. А, кстати, смотри, мы заэксплойтили игру. В этот раз нам этот скуф не помешал. Не, мы только до Атланты... А, да, кстати, да. Вот так-то. Нашли эксплойт. Сейвскам получается. Да-да-да, засейвскамили игру, короче. Для нее всего-то надо игру выключить и включить заново, но подумаешь, ерунда какая. Так, нашему ценному клиенту. Джону Дигусу Бигусу младшему и Джеку. Это Джек. Так. Та-та-та-та-та-та-та. Спасибо, что приобрели. Понятно. Джеффри Биф Дональдсон. Хоть бы можно тебе написать письмо, что ты мудак? Просто заняться щитпостом. Едешь по Америке и щитпостишь на это. Почтовые ящики всем. Так. Ну что, едем дальше, да? Что у нас? Мы в Атланте. Хейл Атланта. Заправляться не будем? Чё тут, до Мейкона рукой подать? Ну да.
Так, тогда, значит, на восток по 20-й, правильно я понимаю? Нет, 20-й это прямо, нам нужно на восток-восток, то есть юг, который получается на карте. Угу. Вот, вот здесь вот на Мейкон, погнали. Так, лимит непонятен какой, 75-е, это 70. Самое? Не, это 75-е шоссе номер. Нет, выше там, на городе. А, 7, все, понял, понял, понял. Значит, можно будет накинуть. Так, добрались до Мейкона. Тут, наверное, до саванны. Ну, все-таки я бы накинул топливо. Не хочется нас это... Да, 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 да. Лишний раз рисковать. Галлонов 9. Полбака галлонов 9. Ну, собственно, и стоит где-то баксов 8, я думаю, да? Бэм-бэм-бэм. Ну, почти. Нормально. 20% как бы скинули. Очень даже неплохо, я считаю. Так, что, закупимся говнецом? Конечно же, нужна свинья-копилка и отсюда. Точно такая же. Просто мы знаем, что она отсюда, из Атланты. Вот и косточка. А, футбол. На следующий надо будет футбол. Да, ты прав. Fiber load. Загрузился клетчаткой. Закинулся. Так, можно еще спортпита тут взять какого-то. А, нет, это peanut butter. Ну, тоже хорошо, я peanut butter люблю. И хлебушек. Так, хрючево собачки. Нам чипсы уф. На этот раз уже не диетические, потому что все серьезно. Так, возьмем что-нибудь. Что попить? А что за в бутылках стеклянных? Или это не стеклянные, а внизу справа? Сок. Это грушевый сок, это... Клубничный, вот... яблочный. Да, вот мне так плоховато видно. Вижу, что это грушевый точно. Но можно... О, это... не, бери Грампи Грейп, вон третья банка. Да, злобный, это, злобный виноград. Так, ну и... Ну и буррито возьму для этого, для ровного счета. Так. Значит, что... Пока 10:45, времени вдоволь, еть не хочу. Чё, можно даже это, смеху ради, типа, поковыряться под капотом, типа, такой, типа я знаю, что делаю. One quart low. На кварту, значит, это. Ну, еще хватит. Нормально, нормально. Чё, пробег меньше 1000 миль еще. Так, по 16-й, да? По 16-й это стало быть на восток. Ондер. Так, все сожрали. Чипсы уфлайт, хлебушек, peanut butter. Всю буханку просто обмазал этим peanut butter, да, и запихал в себя. Чипсы макал. Я тоже так делаю иногда. Значит, beef amore, pasta meal. Красота. Ливерные чипсы, наггетсы. Собака жрет-то нормально, конечно. Даже больше нас. Не факт, что это только собака. Ну, кстати, да, ты прав. Что случилось? Что такое собачка? Пописать собачка, надо. Смотри, как активно хвостом виляет там. Так, срочно останавливаемся. Я не знаю, эта остановка, она подразумевает, что мы, типа, какое-то время тратим или чем? Потому что это за интерфейсом. Не, я так понял, что, типа, все, остановились, типа, и посадили, поехали дальше. Ну, я думал, что оно просто какое-то время снимает с этого, понимаешь? А, штраф по времени. Не обратил внимания. Вот я тоже что-то это проморгал, надо будет в следующий раз обратить. Так, ну, дальше на Джексонвилле у нас чуть больше полубака. Как думаешь, дотерп? Джексонвилл. Ну, слушай, на тоненького вообще. Да, давай мы тут нам, морякам, заправим в штаны. Ну, можно дешевенького. На 7.25. Я даже вот прямо так нагло, знаешь, это... Так, так, так. Бесплатно заправились. Красота. Вот это я понимаю. Так, ну, тут ничего затариваться не будем. Мне интересно. Можно какую-нибудь... О, смотри, у нас новое хрючево появилось. Кукина Романа. Что это? Сусина. Марио Фрателло. Фрателло. Брателло. Макарохи. Пойдем макарохи. Марио Брателло. Гран Панино ди Марио. Пицца мама Фрателло. Мама братюня.
Спагетти аль де Марио, пицца. Чё кушать будем? Нам предлагают гранпанино. Гранпанино? То есть булка с этим, с говном всяким, да? И торта. И это самое, макарошки с фрикадельками. Макарошки, спагетти аль де Марио с этими, с морепродуктами, судя по всему. А, да. С морепродуктами? Я так вижу, что фрикадельки вроде. А, ну, правда, Марио, да, я не... А, Марио пришел от Марио. Я думал, что Марио как, ну, типа Маре. Вот, ну ладно. Еще десертик в себя закинем, чтобы вообще... Так, сладкая вода, во, ништяк. Сладкая вода, конечно. Просто... И тортик горгонзола. Это, видимо, чизкейк. А, это и есть торта. Ну, будет два торта, нормально. Might I say that you have excellent taste? Thank you. Или как пишу, gracias, сеньор. Gracias. Пальчик оттопырили. Слушай, хорошо. Ой, кстати, можно в саванну заглянуть. Что у нас тут есть интересного? Waterfront, Cotton Exchange. Мы можем отправиться на Уитакер-стрит, потенциально, чтобы нас какие-нибудь там эти южане ограбили. Чисто хуй знает, трущобы какие-то... Пёс, выручай! Где вы? The historic district of Savannah features many parks and stately mansions. Хорошо. Особнячки. Такой чисто приехал на это, на богатых посмотреть. Заборов нет, типа, ну интересно. Понятно, короче, нихуя интересного. Саванны говно. Я смотрел фильм «Любовные преступления» с Шон Янг, там тоже вот эта саванна, это ад какой-то говна. Вот. Адское место. Мы его, по-моему, вместе смотрели. А, точно, мы с тобой смотрели. В Петрозаводске еще, да? Да. Ну, я потом еще потом смотрел, к сожалению. Да, едем дальше. On the road again. Повышаем скорость. О-о, дорожная работа. Сейчас куф опять появится. Бляха-муха. Мужчина, не хотите ли немножечко... Мы можем быть осторожным. Да, то есть тут как бы вся фишка в том, что мы просто снижаем скорость. Да, и... Вот, и едем себе дальше. Вот, но мы даже скорость снижать не стали, мы просто нагло вообще просто пошел в жопу, козел. Вот так вот. Собаку спустили на него. Она, да, он, роняя кал, побежал. Так, ну чё, добрались до Джексонвилля. Думаю, что можно сразу до Дайтоны. Вполне, да. Да, прямо херачим дальше по 95-му. Даже просто вот не задумываясь. Флорида, там братюни, серфинг, океан, Куба недалеко опять же. Красота. Там акула плавает вон. Так, нам до Титусвилля осталось совсем чуть-чуть. Тоже, думаю, заправляться не будем. Доедем. Доедем. Времени еще, в принципе, наверное, хватит. Успеем. 4:50. Так, 5 часов. 5:30. Нормально. Даже успели сегодня. Даже ночевать не пришлось. Заедем в Титусвилле, сразу получим следующую подсказочку. Так, откуда у нас запускают? О, блин, тут целых 4 локации. Мне кажется, с лаунчпада вот это вот, да. Лаунчпада прям? Ага. Так, главное сейчас не улететь самим. Че, нету никого, что ли? Так, ну, где все? Блин. Там экскаваторщик сидит, такой крановщик. Здравствуйте, я тут работаю. А что такого? Так, сейчас дай-ка одну секунду. Что-то мне это... Резко мне стало страшно, что я не записываю. Нет, записываю. Все хорошо. Так, NASA Endeavor. Ага. Понятно. Значит, на этой площадке никого нет, ничего нет. Ошиблись. По крайней мере, машущих мне руками дурачков я не вижу. Давай в центр управления полетами. Ага. Ну, тут дурачков, ага, диск. Easter Egg. Ага. Так, мы нашли подсказочку на третье место сразу. То есть мы вот первые два места попали, теперь третье. Одна из четырех подсказок, названная в честь первого президента Соединенных Штатов. Город. Ну так, блин. Линкольн? Линкольн. Вашингтон, конечно же. Вашингтон. Да, Вашингтон, но Вашингтон, он же два Вашингтона у нас, нет? Который округ Колумбия, есть еще Вашингтон.
Или я путаю? Или там Вашингтон, который... О, смотри-ка. Что там? Еще какая-то говнишка. По-моему, это монетка. Какая-то да, кнопка. Не, это монетка. У нас тут есть еще монетки. Мы собираем монетки, и что это дает, я не совсем тоже в теме. Но типа собираем. Нажимай, нажимай. Типа да, дают его. А, ты думал, это ядерная кнопка? Ну почему сразу ядерная? Мы тут это... У нас мирный атомный. О, вешалки. Вешалки. Хорошо. Видишь, такая панорама, панорама конца 90-х. Нас заперли. Нас запер. На замок. Не выйти! Ироды замуровали. Только через ракету нужно это лететь на Луну это. И оттуда уже убегать как-то. Так, тут тоже дуралеев нема, которые нам должны какие-то инструкции давать. Так мы уже получили. Ну я думал, ну хоть кто-то... Фаак! Пиши разработчику. Когда? А, нет, слушай, автосейв. Ну-ка проверим. О, отлично. Красота! Сохраняем. Так, еще и отдельным сейвом. Надо полностью запечатлеть всю прелесть нашей дороги. Так, что у нас? Монеток еще нет, значит, мы еще не выходили в Титусвиль. Слушай, фух! Фух! Страшно? Страшно было. Так, собираем монетки. Вертеться особо не будем, чтобы опять эта игра не обосралась. Смотри, я нажал, а потом навел на диск, и нажатие сработало после того, как я уже навел. Ага. Так. А подожди, а там почему-то... Ты можешь открыть обратно эти самые... Подсказки? Да, вот эту страницу, которую только что закрыл. Сейчас, секунду. Монетку возьму. Целая мини-игра. Да, блин. Че, звук такой страшный, с которого открывается? Да блин! Так, нажимаю, жду. Ага. А, подсказки, да. Вот, один из четырех. Угу. Ну, то есть... То есть еще где-то три? Да, то есть где-то еще три, видимо, по пути нам будут накидывать. Вот. Мы еще, по идее, можем их как-то там спрашивать. Так, проблема. Так... Так, давай максимально быстро. А, монетки не берем. Черт с ними, с монетками. Да, давай просто это самое. Берем подсказку и уебаем. Есть. Свалили. О, здравствуйте. You can poke around in NASA spacecraft. Такие, знаешь, чисто это... Труба обшитая, как теплотрасса в этом у нас. Народ ходит, жалом водит. О, хмырь! Ты нам нужен. Сразу узнаю этот сектантский наркоманский прикид это. Он маскируется под этот... Да-да-да. Под перила. Это... Меня тут не существует. Hey, просто он не огадал up? Цвет. Hey. What's up? Чё у тебя за сувенир? Чё покупал, а? Ну-ка давай. Сувениры. And this CD for you. Молодой человек, вы это суггестивно мне подали, этот компакт-диск. Я потом... Я, может, его помою на всякий случай. Это. Руки потом помою. Большой, этот большой город примерно к 50 милям к юго-западу, на 50 миль к юго-западу от Балтимора. То есть от Чикаго рядом, да, там. Но стало быть точно Вашингтон вокруг Колумбия, где это, они там на севере. О, так слушай, нам сейчас через пол Америки понадобится фигачить. По побережью. Yeah, I guess if it hadn't been for President Kennedy, we wouldn't have gone to the moon. I was just reading about that. This is like the main place for American spacecraft. If there's an astronaut in it, it takes off from here. Зумер испытывает огромные затруднения, чтобы не смотреть в телефон в этот момент. Stick to country roads when you can. Просто у него ломка такая. If you go into the city, you're gonna grow old sitting in traffic.
Ugh, gonna grow old, sitting in traffic. Пошел ты, нарколыга. Все, погнали от него подальше и сохранимся. Он еще там это как в штаны навалил, что-то это. Анимация у него. Так, сохраняемся. Этот, так сказать, цикл действия мы выполнили. Нормально, нормально. У сохраненных свой формат TRA файла. The Road Adventure. Так, ну что, значит, давай тогда сверимся с картой. Общая карта. Ой. Иллинойс. Да, Иллинойс. Где-то там. Индианаполис вижу. Видишь Иллинойс? ИА. ИЛ. Сент-Луис. Чикаго. Рядом где-то должен быть Балтимор. Приблизим. Приблизить чуток. Так, Чикаго, Детройт, Мэдисон, Висконсин. Сент-Луис. А может, я не прав? Может, я ошибаюсь? А, вот. Все правильно. Вашингтон, Балтимор. Но это Вашингтон, Д.С. как раз, к 50 милям, да? Вот, то есть Д.С. столица. Собственно, то есть это Вашингтон-Вашингтон. Нью-Стэнтон, вся фигня. А вот нам нужен Вашингтон, Д.С. Так, тогда что? Да, тут по побережью действительно... По 95-му. По 95-му, не сворачивая. Можно, конечно, так повыебаться и тут что-то по это... Утесы Довера посмотреть, да-да. Элизабет-Сити, Шарлоттсвиль, да, скандальный город. Но можно не выебаться и ехать по 95-му. Давай по 95-му, потому что нам еще маршрут большой. Ехать надо долго. Так, но сперва просчитаем. До Дайтоны доедем точно, а потом заправимся, да? Я считаю. В Дайтоне, наверное, и ночевать придется. Как раз сейчас доедем, уже 7 часов будет. Так, на север. Погнали. You have a new message. Да что ж такое? Прогноз погоды. Quality is priceless. Опять спам. The Royal Worcestershire. Это гостиница элитная. Знаем мы ваши. На несколько долларов больше. Лучше какой-нибудь купон на скидку бы прислали бы, ей-богу, да? Промокод. Вместо этого... Издевается только. Так, опять все сожрали. Ничего не осталось. А, я уже думал, не остановится. Так, 6.15. До Джексонвилля сегодня, наверное, уже не успеем, да? Не, не доедем. Так давай тогда сразу заночуем, да, и все. Че, в Глоба Хома? Бери комфорт теперь. Комфорт. Типа, мы уже такие, это... Как бы мы уже наездили, не молодые уже. $56, чувак. Это почти на 15 баксов дороже, чем первый. А что в этом, в отеле там? Сколько берут? В отеле там, по-моему, вообще охренеть сколько. Сейчас посмотрим. Хо-о-о-о! Люкс номер 125. Эконом 66. Не-не-не-не-не. Нам еще долго путешествовать. Эконом! Даже не думаем. Room in a cage. Kennel. Kennel for the dog. Собачка в конуру. С вами смотрим старую какую-то радиолу. Нормально. На порнушку передернули. И с солевым наркоманом опять. Он за нами едет. Похоже, он нас преследует, да? Где бы мы ни были, он тоже там же. Так. Заправляемся. Штаны. Ха-ха-ха. Так, что-то у них бензин-то такой дорогой, бляха-муха. Все дорогое. Угу, все дорогое. Так, тут у нас где-то 16-17 галлонов надо залить, да? 17, наверное. 17. Это, соответственно, сколько в in dollars? Я так, примерно. Как думаешь? Человек калькулятор открыл.
22.95. Это типа 17. А, так, сейчас. Оп. Погнали. А? Ну, чуть-чуть. Ошиблись. На Бачинский. Угу. Так, хрючево. А, мы же заночевали. Лучше позавтракать, во-первых. А там не было завтрака в этом? В мотеле? Ты видел этот мотель? Там как бы тобой не позавтракали. Так, сэндвич. Собачки. Чего-нибудь. Собачки вкусненьких наггетсов. Так, пойдем похаваем. И, наверное, знаешь, что масло надолить? Что-то там с маслом у нас это немножечко оно того было. Все остальное нам не надо. Не, вонючку мы, конечно, поменяем в салоне. Это очень важно. Отлично. Так, да блин. Пошли в Бургермайстер. В Бирштрассе. Немецкое качество с 37-го года. Willkommen! Welcome to the Bürgermeister. So what can I get for you? What can I do you for? Uber Donut. Das Uber. The big donut. Right over here. Ready, go. Какой-то у тебя не немецкий акцент, мужчина. И пумперникель. Пумперникель, так это... Штроссель? Штроссель! One Штроссель, coming up! Так, я еще бургер все-таки возьму, шестерочка такой. Обербюргмейстер. Обербюргмейстер, yeah, you go. Yeah, eat that. Спасибо. Да, так, Шейн, come again, I'll move along. Next! Так, ладно, можно ехать. На севера. On the road. Встряли. Пробище. Час пропал. Едем дальше. Так, нормально. Бензина хватает. Все, просто красота. Как просто как маньяки-убийцы путешествуют, знаешь, это. Как этот его звали, который играл Майкл Рукер в том фильме. Генри Ли Лукас. Почему-то это чуть не сказал Джерри Ли Льюис. Но все-таки это разные люди, как мне кажется. Полбака. До Шелдона дотянем, да? Ну да, да. Да, что-то как-то, черт не дотянуть-то. Грех не дотянуть. Так. Экстренная остановочка. Пассажир переживает. Ну, как посрал, так и пожрал. Слушай. Ну, как бы надо заполнить образовавшиеся пустоты. Новая еда выдавливает старую. Так, доехали до Шелдона Купера. А, ну, тут, наверное, можно подзакинуться. Считаю. Так, что у нас тут? Вот! Человеческие цены на бензин. Во. Ну, тут нормально. Доллар за галлон. Кстати, дешевле, чем у нас сейчас, по-моему. А, сколько там? 15 галлонов, условно. Ну, 15 долларов, и посчитаем. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Так, 50% скидка. Красота. Здорово. Хорошо, замечательно. Погнали. Так, едем дальше. 65 лимит. Скидываем. Опять ты. Мужчина, вы на всех дорогах Америки работаете? Ну смотри, он экскаватор пригнал уже в этот раз. И там даже какие-то мужики, которые, ну, похожи на тех... Не один. Похожи на тех, кто могут обитать в этом месте, на реальных работников, в отличие от этого маньяка.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. You have a new message. Так, нам опять спам пришел. Headrest rotation. Ах, господи. А вы знали, что можно регулировать ваши подголовники? Представляете? Да, это, конечно, новости шокирующие. Так, что у нас там? Продолжаем по 95-му, да, я правильно помню? Угу. Ну, поехали. Можно было, конечно, покушать чего-нибудь. Уже что-то время-то это... Время-то уже шепчет. Но, в принципе, мы и так уже сожрали. Клагита буррито. Угу. Буррито, пищеварение, забито. Так, Пол Бака, Рокки Маунт, недалеко? Доедем. Доедем. Но все-таки предлагаю по Кэптон Фиш навернуть. Это вот похож на фаната Спанч Боба, да, который Красти Краб искал. О, что может Кэптон сделать для тебя? Большая портовая дыра. Мне нравится, как они творчески каждый вот пончик одинаковый абсолютно называют по-разному. Так, ну чё, фиш чаудер, конечно. И а попыть? Попыть? А чё, нельзя попыть? Сервис! Сервис! Такое, знаешь, это... Реализм! Так, мы опять вернулись к лимиту в 70. Ой-ой-ой, я прям 75 накинул. Интересно, а что будет, если 110 нафигачить? Так, кстати, что-то давненько не сохранялись. Я сохранюсь на всякий случай. Что-то у нас сыкотно стало в один момент. Арф! Так, ну теперь пора бы, наверное, уже залить бельмы. 15-16, 15 около того. 15.33 цента, считаю. Партнеру нечего сказать. Ну, почти. Тут еще есть такая штука. Автоматы с тривия. На которые, походу, используются монетки. А, вот оно что, да, мы сратились. Да. Можно попробовать, чтобы это ни было. Да к тривия. Что это? Choose a state. Ага. Это Айдахо или нет? Да, в душе не очень. 49ers, Калифорния, went to California in search for gold. Угадал. Юпи! In this state you'll see the eastern edge of the deepest gorge in North America. Восточный край глубочайшего ущелья, да? Да, конечно. Да, я не знаю, где. Главное не стесняться. Боб Доул был рожден и, значит, президентскую гонку начал из этого штата, север от Оклахомы. Конечно! Понятия не имею. Лошара. Боб Доул был рожден в Канзасе. Знаете, вообще-то. In this potato state. First city in the world to be lighted by atomic power. Чё-то не знаю. Не, чё-то, да. Не похоже на правду. А это правда. А это правда. Idaho National Engineering Laboratory в 51 году впервые сгенерировала электричество атомной энергии. Ни хрена себе. Хелен Келлер. Вот она. Не знаю. Тоже не знаю. Правда. Неправда. Неправда. Слепоглухая. Слепоглухая писательница и, значит, преподаватель Хелен Келлер была рождена в Тускумбии, Алабама, в 1880-м. Пьеса под названием Miracle Worker. Just the story of her early life. Вот так вот.
Границы. Yes, no. Так, Pacific Ocean граничит с Коннектикутом. Коннектикут. Нет. Нет. А, да. Нет, он немножко... Я просто не знаю, я просто не увидел, что это сети. Это вот, Орегон граничит с Коннектикутом? Нет, Орегон где-то здесь. Нью-Йорк граничит с Коннектикутом? Вот тут сложно. Да. Да. Массачусетс граничит с Коннектикутом? Нет. Вот сомневаюсь. Блин, не, граничит. Род-Айленд. Род-Айленд тоже где-то рядом. Но граничит ли или нет, вот не знаю. Да нет, да нет. Не, по-моему, нет. Он, по-моему, ниже, ближе к Вашингтону. А, вообще, наоборот, рядом тут. Оу, ю! Вест ор Ист? Antietam National Battlefield. Где оно было? Здесь. Почти угадал. Liberty Bell. Не знаю, что это. Здесь. Что это? Здесь. Все там, короче. Аламо. Это в районе этого. Да, с Техаса. Deadwood. Тоже где-то там. Ну, примерно. True Wild West Town. Вы еще вы можете посмотреть одноименный сериал. Созвездие USS Constellation. Корабль? Здесь? Ей, мы получили купон. Ой. На... 50% на следующую побывает, да? Да. Все, I'm done. А, в ресторан. Что у меня там за ресторан? Не знаю, что за ресторан, но, по-моему, в Клогмарте получаем купон. Ура! По этому случаю футболку могу купить. Футболка. Да. Так. И жратвы. И какого-нибудь хрючего. Да, собачки. Собачку мы, конечно, это должны закормить. Пару бананчиков себе. Что за говно? А, это яблочко. А, Чокорокс. И сырный, сыр этот в баллончике мерзкий. Ммм. Так, виноградные ботвы, как обычно. Так, нормально, на газировке у нас скоро язва уже будет. А, так, мы кушали тут, я не помню. Мы кушали. Где? House of Fu? Не, вообще, мы недавно кушали вроде. Мы не голодны? А, да. Нормально. Ну ладно, едем дальше, да? А, топливо есть, викторину поиграли, всосали. Сохранюсь по этому случаю. Вот, можно ехать дальше. Погнали. Почти доехали. Почти. Срочно нужно ночевать. И главное, картинка мне предлагает этого Royal Worcestershire, как будто я такой дурачок туда отправлюсь. Нет, дешевый п***ский мотель. Вот что нас ждет. Ричмонд, дальше Шарлоттсвиль и потом DC. Ну, практически. Чё, ночуем? Да. В Глобо Хомо. Как, делюкс? Еще дороже. Эконом. А, подожди, мы в Делюксе не были, да, в Делюкс? Ну, Делюкс, кстати, могу сказать, не сильно отличается. Окей, then. Room for you. And a spot for your little doggy. 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 О, смотри, какой телек. Телек-то какой, с антенками. Ну да. Конечно же. Мне кажется, это как Тайлер Дёрден. Да. Он у нас просто... Это воображаемый этот образ, который... Welcome to Taco Taco. Тако-тако? Бурито-бурито? Дженнифер Лопес у нас принимает заказ. Все, погнали отсюда. Страшное место. Проклятое. On the road again. Just can't wait to get on the road again.
пыхтит игра. Так, кажись, приехали. Exit нажимает только. Official tour stop, говорит. А, то есть вообще все? Не, вряд ли все. У нас 10 остановок. Какой мы сейчас только к третьей подбираемся. Так, ой, мне кажется, здесь точно надо сохраниться. А тут что-то выглядит как тяжелая сцена. Так, у нас были какие-то указания? Куда нам? Ну, Линкольн, не-а. Наверное. Сходим к мемориалу. Возможно, большому, да. К большому мемориалу. Эй, есть какие-нибудь наркоманы? Пушеры, я хочу купить наркотики. Есть кто готов продать мне наркотики? Извините, подсказки. Опа, здравствуйте. Стоило только позвать. Как будто ни при чем такая главная. Да, не подозрительно. Ведите себя нормально. Good day. Good day. Можно у вас позаимствовать ручку? Wink-wink. Let me see. Штирлиц просто. I'm sorry, but I do have this for you. Болванка из Даркнета. Это диск с ключами от криптовалюты, короче. Да, от криптокошелька. И походу он самоуничтожающийся, потому что формулировка тут как в сериале «Миссия невыполнима». Your mission should you choose to accept it is to find an especially enormous pachyderm. Что такое пахидерм? Ты можешь загуглить, что это такое пахидерм? Сейчас. Какая-то волос какой-то, что-то волосатое. Или кожа, в смысле, дерма. Кожаная, пахидерм. Даже не знаю. Ну, пока совета у нее спросим. If you run into bad weather, slow down, so that you will not have an accident. Самый большой? Да. P-A-C-H-Y derm. It is very big, 19 feet high. Perhaps the size represents Mr. Lincoln's importance to this country. And did you know, his Gettysburg Address is carved into one of the walls here. Слон? Huh. Это не слон, это типа... Не, мы сейчас погуглим по слову. Мне просто интересно было, что это. Abraham Lincoln, the 16th president of the United States. He led the nation during your civil war. Это, короче, семейство, которое слоны, носороги, бегемоты, короче, вот эти вот все туда. Самые большие эти пахидермы. Ну, сейчас посмотрим, где они там борются. Что нам скажут? Не думаю, что они будут про каких-то левых... No match found. Дик Буткус. Охайо. World largest elephant statue. Скорее всего, вот да. В Нью-Джерси. Поедем к Кевину Смиту. Нью-Джерси в Атлантик-Сити. Хорошо. Чё? Мы уже недалеко. Буквально в двух шагах оттуда. Так, все, наркоманка пошла вон. Страшное дело вообще. Сохраняемся. И давай искать. По-моему, Атлантик-Сити буквально вот тут где-то вот... А, вот он, по-моему. Вон, угу. Нью-Джерси, собственно, да, Атлантик-Сити. По 95-му. Дальше по 95-му и держать по нему путь до Филадельфии, а там тупо свернуть. Без, угу. без затеи вообще. Доедем до Балтимора? Тут что-то в двух... Да. Ну все, едем дальше.
А, можно же было на заправку заехать, там эта дура стоит, поэтому там этот official tour фигня стоит. Вот. Ну ладно, хрен с ней, там мы ничего не потеряли. Но в любом случае надо бы заправиться. Так, что-то тут бензинчик-то подороже возле столицы. Сколько у нас? Галлонов 12-13, да? А, ну, $15 посчитаю. 15.50. Ой, ой-ой-ой, почти угадал. А это? Mm-hmm. А если человека брать с собой, что он, приколы какие-то там выдает? Ну, чел, который вот этот наркоман водолазки, он меня докапывал своими двумя вещами. Каждый раз, когда я останавливался в этом б***ском мотеле, он каждый раз жаловался, что типа, а нельзя что-нибудь поприличнее? И второй раз он постоянно жаловался в пути, когда, слушай, мне кажется, мы могли бы вот не убьет, если чуточку побыстрее будем ехать. В общем, какой-то реально нарколыга. Короче, собака самая, ну, короче. Собака самая то, молчит, не выебывается, гавкает, когда надо покакать, пописать, обозначает, нормально. Я считаю, это вот самый такой божеский вариант. Чипсики ливерные вкусные. Чипсики ливерные вкусные у нее, опять же. Так, мы где? В Вилмингтоне, да, кажется. И теперь до Филадельфии рукой подать, заправляться не будем, едем дальше. Погнали. В Филадельфии можно что-нибудь хрючево какое-нибудь навернуть. И на Атлантик-Сити. Так, хрючево. А, нет, что-то в Тако Пако уже доело. Нет, там что-то кузина Романа. Кузина Романа. А, мы уже на мумуку. Ну, это да. Буржуисты для нас. Да, да. Давай по бургеру навернем. Welcome to the burger, Meister. So what can I get for you? Worst burger. Сосиска в тесте, короче. Worst burger meal coming up. Don't worry about it. Here you go. Да, Тагашин, come again. I'll move along. Next. Так, Филадельфия, исторический район, не хочу. Бензин до Атлантик-Сити, как думаешь? Так, да хватит. Я тоже думаю, что хватит. Я просто боюсь, как бы это не было, как, знаешь, два ГИС, когда в Москве смотришь, короче, постоянно, типа, кажется, ну, там масштаб какой-то неравномерный. То есть кажется, что вот тут рукой подать, а тут наоборот, типа, далеко. Но все оказывается строго наоборот. Парковая зона там, типа, три шажочка, а рукой подать оказывается третьим транспортом, да? Так, что у нас получается? Это, ну, явно не Вест, не 76-я. 95-я это мы приехали. Ист, судя по всему, да? Атлантик-Сити. Сейчас сверимся с этой картой, что мне страшновато не туда поехать. Ну, дальше 95-е. Ну, явно есть, да, вот это вот. Угу. На восток. Давай. Да, спасибо. Погнали. Да, вроде правильно. Угу. Так, опять мужик. Ага, здорово. Гав. Угу. Мужик гавкнул на нас. У нас собака спокойнее себя ведет, чем этот мужик. Так, нормально, дотянули. Вот, по-моему, сейчас вот на заправку, если зайти... только сохранюсь. Привыкаешь к геймингу 90-х, знаешь. А, вот, видишь, что бывает, когда этот минивэн стоит? Это дура такая... Привет! Я тебя знаю! Подойди поближе! Чё ты? Ну, здорово, здорово. О, come on. You look like you haven't cracked a smile. All day. Ну, я думаю, что ты Why все знаешь о Крэке. Why don't you try doing something nice for your partner? Советы есть? Now, I've seen players who were not nice to their partners. Bad idea. Your partner walks out on you, game over. Тебе угрожает твой партнер, дамочка? Подмигни, если что, если тебя в заложниках держат. У меня собака, мне нормально. Мне нравится, когда башит просто как... Эй! Эй! Значит, так это... Ты смотрит еще. Наркоманы, блин. Так. Ой, а что это я? Меня сразу вынесло к полочке.
Ну, что-нибудь найс, конечно, мы сейчас хрючево немножко купим нашему партнеру. Так, иди в жопу, не хочу с тобой разговаривать. Нет, давай сперва заправимся, а потом займемся всем остальным. Сколько тут? Галлонов 10, да? Да. Ну, $12, короче, напишу. Почти. Кривой у нас этот, блин, стрелка бензобака, нихера непонятно. Так, чё, выезжаем в Атлантик-Сити, смотрим на слоняру. Слоняра. Люси. Самый большой. Я думал, настоящий слон. Загорают. Это да. Так, наркоманы. Где наркоманы? Или подсказка? Мы явно находимся в нужном месте. То есть, как бы эта дура не оказалась бы тут, если бы это было ненужное место. Ну, мы искали слона, мы нашли слона. У него там нигде диска, это, в глазах там нет. Да. Сейчас, давай сверимся еще раз. Find an especially enormous pachyderm. Нашли. Слон, вот он. А, мы можем подойти. Вот. Давай, забирай. Home to baseball, родной город команды Red Sox. Ну, это чисто, понятия. Чисто американская тема, блин. Red Sox. Сейчас позырим, где там Red Sox. Пам-пам-пам. Red Sox. Professional Sports Team. Так, Boston, Massachusetts. Одно совпадение, не ошибемся. О, Ума Турман родилась в этом Массачусетсе. Представляешь? Ее еще помнят по фильму The Avengers, который 90-х годов. Шпионский, который экранизация сериала одноименного. Так, Массачусетс. А город-то какой? А, Бостон. Бостон Ред Сокс. Логично. Бостон, Массачусетс. Бостон, Массачусетс. Сверимся с картой. Где-то недалеко должен быть. Массачусетс МС, да? Массачусетс... Бостон, вот. Угу. Поднимаемся на север до Вудбриджа и дальше опять пилим по 95-му. Опять по 95-му. Да. Угу. Судя по всему, разоримся на этих, на бензине, конечно. Ну, типа, ладно. Так, хорошо, принято. Так, мы кушали тут, да? Или не, недавно кушали? Да, бургеры. Угу. Сегодня обошлось даже без наркоманов, которые нам это... так, West... Либо... Parkway. Это, видимо, оно. Да. Ух ты. Какая дорога-то живописная. You have a new message. Что такое? Captain Fish, ahoy, mate! Spam. It's heavy, greasy, fast food slowing you down. Drop an anchor. Понятно. Принято. Так, по бензину нормально. Давай в Нью-Йорк, как хипстота. Масло надо бы поменять, мне кажется. Надо вообще залезть под капот. Что-то мы давненько не заглядывали. Там машин вообще уже 2500 миль накатали. Дело-то серьезное. Over a quart low. Так добавить надо. Все, добавили. Нормально. Нормально. А, температура. Все прохладно. Ничего не перегрелось. Едем дальше. Угу. О-оу. Опять пробка. О, это что-то новенькое. Похож на копа из Need for Speed. Он это стриптизер. Коп-стриптизер. Похож на копа из Need for Speed, который тебя арестовывали в первых частях, там, где FMV вот были. Я не помню, в первой или во второй это было в видеоролике. За никакой у него ремень. О-о-о. Так.
Так, 91-я сюда, и 95-я продолжает, да? Полбака, до Провиденса доедем, как считаешь? На полбака доедем. Ну, давай. Только сохранимся перед этим. Ну, знаю я ваше, доедем. Вот в жизни бы так, да? Доедем или нет? Не знаю, сейчас сохранюсь и проверим. Ой, нам ночевать придется. Вот. Провиденса. Просто можно как ублюдок не останавливаться, да, Сэнс? Собака говорит, да усысь, усрись там просто. По барабану мне вообще. Психопат, аутист, блин. Так, 6.35. Ну, в принципе, можно и до Бостона дотянуть нагло, типа воспользоваться чит-кодом того, что мы как бы еще у нас 25 минут есть до окончания этого. Так, давай заправимся быстренько. Тут, мне кажется, 16-17 галлонов. 20 баксов, короче. Не, не 20. 19 баксов в обе. Ошибся, ошибся. А, ну, нормально. Так, хрючево. Господи, сколько хрючево-то прожирает этот народ, да? Просто вот... Вроде, казалось бы, вдвоем с собакой едут. Но... А жрут как не в себя. Как будто в свое удовольствие едут, ей-богу. Green Animal Stopire Gardens. Так, едем дальше по 95-му до Бостона. Над нами туча повисла. Какая-то загадочная. И нам пора спать. Global Homo. Чё, эконом, делюкс? Так эконом, чё? Эконом. Okay, room for you, kennel for the pooch. Pooch. Sleep tight. Какая астролябия у нас тут. Или что это? Барометр какой-то. Похоже на тюремную камеру. Стены. Одиночка. Так, по бургеру. Welcome to the Burger Meister. So what can I get for you? Oh, a Fritz. Dunkershane, come again. I'll move along. Next. You have a new message. Что вы меня все докопались? Тут не продохнуть. Do what you like. Не экономьте. Да, не экономьте, блин. Еще только половина, у меня уже денег-то, считай, нет. Как жить-то вообще прикажете? Так, Бостон. Бостон, сохраняемся. На вот это пересохраню. Бостон Коммонс. А что, про что там было? Про Red Sox. USS Constitution, церковь. Какая-то залупа. А где Пол Ривьер? Стадион там какой-нибудь. Ну, стадион какой-нибудь. Ну, холл, да, предположим. Люди! Вы не видели тут наркомана, машущего руками, как дебил? Люди! Что-то он где-нибудь за углом должен стоять по-любому, чтобы нормальные люди не увидели. Кран. Ага, ясно. В тот день там стоял кран. Ну, слушай, заморочились, панорамы снимали долго, усиленно. Такие фонарики забавные. Угу. Тут греки. Market Square. Так, Market Square, понятно. Собаку мы тут выгулили, короче, насрало там, небось, кучку на Market Square. Церковь, USS Constitution, Boston Commons. Ну, давай к Boston Commons сходим. Freedom Trail. Открытый парк. Самый старый этот публичный общественный парк в Америке. Ох, как неторопливо-то. Жареное тесто. Просто вот это лакомство. О, Бургер Кинг вижу. Рынок. Так, так, так. О боже! Нарколыга. What the fuck?
Они ближе к центру, видимо, это самое. Ближе к густонаселенным районам начинают это... Hello. Всякие чудаковатости. I've been dying to have an intelligent conversation with someone. Oh, yeah? Talking to him is like playing tennis by yourself. You can serve, but he don't return nothing. Do you have something for me? О, нет, I do. О, нет. I have this CD for you. Спасибо, что оттуда don't достал. Don't take no wooden nickels, neither. Change the watery phrase Rainfall Saga into the two-word name of a watery place. Значит, подменить эти два слова на какое-то тоже название некоего водного места. То есть Rainfall Saga, Saga Rainfall, что у нас может быть? Что-то-что-то и что-то-что-то, да? И чтобы это было, да, вот некое место. О-о-о-о. Водное. Rainfall Saga. Ниагар. Ниагар Фоллс? Да. Ниагар Фоллс? Да, да, может быть. Rainfall Saga. Да. Это анаграмма, да? Угу. Ниагара Фоллс. Нифига ты прошаренный. Ха, кек. Я прошаренный. Или там где находится вообще? Ну, где-то есть, да. Недалеко. Now it's a park, but back then it was a pasture where everyone could bring their cows and sheep. And you had to be real careful where you stepped. Образовательно. Oh, yes. Parade grounds, sports, picnics, sunbathing, kite flying. There's also a long tradition here. People can exercise their freedom of speech without the hassle of getting a license. What? You need a license to talk? Better get this guy a learner's permit. Да, но тут явно freedom of speech полный, потому что иначе я слабо представляю, где бы еще этот городской сумасшедший мог находиться. Travel is all about meeting new people. Speak up, talk to people. And don't let nobody put words in your mouth. До свидания. Я забуду этот разговор навсегда. Нет, он будет тебе сниться в страшных снах своими экспрессиями. Вообще, да, весь образ его, это вот явно божья искра кого-то посетила. Да, так, давай посмотрим на Ниагару. Что-то я прям это охуел, да, мрачно. Ниагара. Ниагара, Ниагара. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Ниагара Фоллс. На границе скалы с Канадой. На границе с Канадой. American Falls, бла-бла-бла. Как туда добраться? Направляйтесь к Великим озерам в западной части штата Нью-Йорк. Отворотка Буффало на I-90, на Interstate 90. Да? Сейчас позырим. Так, граница с Канадой, Нью-Йорк. Нью-Йорк, Буффало, отворотка I-90. Ну, короче, на Буффало. Ага, до Буффало. Так, можно по 93-му? Да просто по 90-му можно. До Буффало. Вест? Да. Там, да, прав. Да, 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 вижу, ага. А, ну, в принципе, да, в Спрингфилд, Олбани, Сиракузы, Буффало. Так, что мы там насчет жратвы-то? Пить нечего, жрать есть чего. Сейчас возьмем попить и погнали.
Так, 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 так. Быстренько, не тянем. Я тебя не знаю. Проходи мимо, проходи мимо. Просто я газеткой прикрылся. Игнорирует. Как в этом, в Shadow of Doubt, этот симулятор детектива процедуральный. Там тоже можно газеткой прикрыться, чтобы скрыться от преследования. И за это даже ачивмент дают. Так. Это которая, где все генерится, вплоть до этих додел. Да. И до прочего этого. Но он довольно забавный. Хотя местами визуальные глюки, конечно, меня просто убивают. Настолько вытекают глаза. Так, скидываем скорость. Погнали. Кстати, мы в прошлый раз не скидывали, ничего не случилось. Мне кажется, за это могут какой-то штраф дать. А. Вот. Ну или там, хрен знает, мотор перегреется. Так, до Олба, не думаю, дотянем, да? Даже думать не будем. Так, ВС-90, продолжаем. Что вот это вот происходит, я не знаю. Это осадки или мы смога столько на своей перделке вдаем? Человеческий фактор глобального потепления. Слушай, ну вот здесь по-любому дополна заправиться. Да, выглядит страшно, конечно. Такое прям... такое путешествие прям такое. Так, во-первых, заправиться чипсиками. Во-вторых, заправиться просто. Так, 11 где-то галлонов стало быть. Блин, ты какой дорогой. Плати по фулл прайсу, счетовод сраный. Так, ладно. Поехали? Угу. Партнеру нечего сказать. Ладно. Ну, тут же пожрали, конечно. Пожрали. Пожрамков. Так, 65. Поехали. On the road again. Just can't wait to be on the road again. Life I love is making music with my friends. Так, ну, слушай, быстро доехали. Вполне себе можно и до Баффало прыгнуть. И, да, надеюсь, не обманчивая вся эта... Так. Че, покушаем? Угу, давай, така-пака. Така-пака. Така-пако. Welcome to Taco Taco. May I take your order, please? Мне так нравится, что у них это блюдо называется Frijoles Explosivos. Типа, после него будет Explosivos. Да-да-да. У собачки. И буррито еще заодно. Отлично. Все шутки про вот это вот, про мексиканский фастфуд. И мне сразу вспоминается фильм «Укуренные», там вот Чич Марин, там Бичонг, вот это вот все шутейки незатейливые. Погнали. Так, Interstate 90. Interstate 90. Чё у нас там? Niagara Falls. Niagara's a Falls. Этот игрок, let's take the Buffalo exit on I-90. Ну, собственно, да. Да. Воу! Так, я что-то сохраниться-то забыл. Сейчас вырубимся нафиг. Ага, я прям посреди нигде. А я на чем стою-то? На вертолете, видимо. Подойти можно? Я могу подойти. А, класс, я спрыгнул, походу. Привет. Монетка валяется. Выглядит как это, как эпидемия наступила, знаешь, это. Center for Disease Control тут. Так, аутисты, среди вас есть кто мне... А? Тётушка. What the hell? Well, hello there.
мой дождевик. Ты представляешь? Я приехала сюда, у меня дождевик спи***ли. No, I keep my memories up here, but... Зато... I do have something for you. Сасси Блэк Лэйди. Классно, Сасси Блэк Лэйди. Так, следующая остановка в штате, где был рожден Томас Эдисон. Найдите музей, посвященный таким группам, как U2. Здесь, ну, понятно, это, короче, музей славы рок-н-ролла. Нет, да. Где Джек Блэк, короче, пенисом... Который грабил Джек Блэк, да. Да, пенисом выключал лазерную охрану. Лазеры. Да, лазер. Да. Deactivate lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Oh yes, I've wanted to see the falls for years. Тетушка аутист тоже. I can't believe these folks are all wearing raincoats. I mean, why come here if you're afraid of a little water? I can't believe that the water is wet. Doi. When the Great Lakes fill up with water, where do you think it leaks out? Right here. Сугестивно так показал. Why, that's what I she said. Right for the next Cap'n Fish. Love those little batter fried tasties. But a crispy eel sandwich? Mama. Believe me, don't. Well, that's a sassy black lady. If I do say so myself. Ну, спасибо, что хоть это не сумасшедшая тетка с каким-нибудь куклой, блин. Ужас. Это, конечно, там знатно пересрался от этого вентрилоквиста, блин. Так, мы едем в музей славы рок-н-ролла, да? Слушай, ну мы уже приближаемся к концовке прям. Рок-н-ролл. Нет такого. Через это, через апостроф. Так. Не-не-не, подожди. Рок... Rock'n'Roll Hall of Fame and Museum, Cleveland. Cleveland, Ohio. В Северном Огайо, I-90, Cleveland. Дальше по I-90. Так, карта, карта, карта. I-90, Cleveland. Далеко. Да, держим путь. Гайо. Причем даже, по-моему, вот здесь. Я в одной из предыдущих партий, мне надо было туда отправиться, как раз более короткий маршрут где был. Там, по-моему, она вот здесь прям находится. Так что я тебя спойлерю, представляешь? Все удовольствие порчу от игры. Так, давай заправимся. Опять она тут. Я пока заправлюсь молча. Просто сперва подъеду за $1.5. Нихера они туристов доят просто как. Видал? Видал, да? Мастерство не пропьешь. Да ладно, ладно, давай, что тебе надо? Oh, come on. You look like you... Going quickly is good. And going cheap is good. As long as your partner agrees. Remember, по-моему, моему партнеру вообще никаких happy, претензий. Да. Это, видимо, это изи-мод с собакой прокатиться. Мне интересно, какие самые капризные из этих дебилов, которые там сидели на диванчике? Так. Мне кажется, все. Ну, я тоже. Ну, конечно, вот тот наркоман мне не понравился. То есть я бы его с собой в дорогу брать бы не стал. У меня вообще было ощущение, что он меня рано или поздно убьет. И как бы наденет мою кожу там, знаешь. Что такой вид был. Хрючего молочка возьмем, чтоб стухло. Нормально. Иди в жопу, я тебя не знаю. Женщина, я вас не знаю. Все, прекратите меня вот... Прекратите у нее, меня позорить. У нее просто это, провалы в памяти. Она, ты отошел от нее, она уже забыла, что подходил. О, привет! 5 секунд помнит, да, последний. Так, двигаемся по I-90, да? 65, нормально. Едем как надо. Красота вообще. Так, мы частично в Пенсильванию заехали. Но как бы и хрен ей нарыло, согласись. Пенсильвания, как бы, она чем хороша? Ее можно быстро проехать. Не останавливаясь.
Так, Кливленд. Сохраняемся. Угу. Сохраняемся. Погнали в... Great, cool building, fun place. It's the only rock and roll history museum in the world. Ну, я бы не стал говорить так уверенно. The Rock and Roll Hall of Fame is also inside. В прошлый раз, кстати, эта тетушка в жилетке была в этом музее. А, кстати, вот она. Здравствуйте. Алло. Сумка на этот раз. Она быстрее нас добралась. Well, hello there. No, I keep my memories up here. But это не я, это моя сестра-близнец. Место, где много кукурузы и производится много тракторов. Ищите музей, где король Лайонел. What? Или Лайонел король. Хом. Надо подумать. Лайонел. Лайонел, Корн. Что там за штат с кукурузой? Какой-нибудь Мэн. Лайонел. Ричи. Ха-ха. Так, Lionel Trains. А, самый большой поезд, наверное. Trainland. Или музей поездов. Музей поездов. Des Moines, Colfax. Это пока как-то это. Ну, в принципе, Lionel я больше ничего не вижу. Mm-hmm. Вот, давай описание штата почитаем. Айова. Ля-ля-ля-ля-ля. Думайте о ферме. Значит, представьте себе фермы, ледники, бла-бла-бла, неинтересно. Вот, засеяно более 90% и пастбищ территории. 100 тысяч фермерских хозяйств, кукуруза, соя. Так, понятно. Попкорн. Свининка. Трактор. Трактора. Да, трактора. Самый большой тракторный завод и кукуруза. Ну, пока совпадает, да? Да. Trainland USA, Colfax. Музей поездов, построенный Рэдом Отвудом. Как туда добраться? Des Moines, Interstate 80. Затем на Colfax. Des Moines. Штат... Огайо? Или какой там штат-то был? Айова. Айова, да? Угу. Айова. Des Moines. Да, Колфакс. Угу. На запад. Видать. По 80-му. Да, также по 90-му. И да. Без затей, в общем-то. Тетушка, а Ниагара вам нравится? My, yes. Ниагара нравилась, а это нравится? Blues, jazz, ska, pop. Hip-hop all hip-hop. Hot-wired together. My mm-hmm. eyes and mm-hmm. ears are on overload, honey, but I'm loving it. Mm-hmm. Oh, I saw my man Booker T. My man. Bob Marley, Tina Turner, Parliament Funkadelic, they're all here. But I'm still looking for Aretha Franklin. Mm-hmm. R-E-S-P-E-C-T. Hey, hey, hey. Просто дурдом. Фрэш Принц оф Бел-Эйр, блин. Так, тетушка, ты нам... Finger looking good. Мы, кстати, в этом музее можем еще в подвал зайти, но там совершенно нечего делать. По крайней мере, я щелкал-щелкал, либо у меня тормозная система или что-то, но, короче, не удалось мне оживить игру. Так, до Толедо доедем? До туалета доедем. Доедем. Погнали. Чуть-чуть кинять. В конце концов, можно попробовать, если что, эвакуатор в конце концов вызвать. Да, шикуем как. Живем последний раз. Так, ну, сперва придется остановиться. Собственно, в туалету. Все сожрали от стресса, что так поздно. 8 часов вечера. Ой, как не густо-то, а. А, мы даже до Толедо-то не доехали, мы так угу. в районе Толедо. В пригороде. Okay, then. Room for you
and a spot for your little doggy. Doggy. You, whatever the fuck that is. You fucking piece of shit. Это вот это он, наверное, и есть. Здорово. А там второй, кстати, тоже, это Аркус, по-моему, идет туда. Так. Это просто, на самом деле, все стримеры переодеты. Так, дольем масло, дольем этого самого. Погоди, а ты забыл этот еще... А, тут не поменять, что ли, этот? Чё? Вонючку. Да, вот нету. Я ищу, не вижу. Нету. Безобразие. Можно бардачок отсортировать. Отсортировать. Полезный сервис, чисто американский. Так. А вот и ресторан, кстати, в котором у нас купон был. О, класс. Дайте что пожрать. Okay, honey. I think you're gonna lock this. Lock? Так, и подзаправимся. Наверное... Вот нормальные цены человеческие на бензин. Вот это я понимаю. 18, да. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Нормально. Так, едем дальше. Сколько у нас? Два места осталось, и уже концовка. Надо попробовать. Последняя, по-моему, это. А? По-моему, это последняя. Разве? А, 9. У нас же 9, не 10. Да. А нет, тут же 8 еще. А, это 8. Угу. А, на последнем надо будет, знаешь, что сделать? Надо будет превысить скорость безбожно. Я сохранюсь и превышу безбожную скорость. Проверю, что вообще будет. Так, что там мне пришло? Earn big bucks while you sleep. Нифига себе, нигерийский принц мне прислал письмо счастья. Отправь 25 и я на 50 сообщений. Подожди, а то мама умрет, короче. Первое, посмотри, первое предложение, смотри. The special message, right? Because you have an email. Фу. Да, какое-то милое. Мы прислали вам это сообщение, потому что есть куда прислать. Есть куда присылать. Знаешь, это милая такая примета времени, конечно. Ой, мы опять начадили, короче. Мне кажется, это погода, нет? Или масляный фильтр менять пора. Или масляный фильтр менять пора, да. Просто в город уже не пускают. Почему мы на задворках? Потому что нас в город уже не пускают, у нас слишком большой уровень выброса. Все, конечно, дружок, остановимся. Пописить пора. Пописить, покакать, все сделаем. Все, только скажи, любой твой каприз. Так, продолжаем движение на запад, никуда не сворачивая, да? Да, Джульет, чтобы это ни было... Да дотянем, как нихер делать. Кэш. Давай. Что-то он не туда поехал. Смотри, куда он прет. Он доехал до Чикаго, баран. Разворачиваемся. Так, 55-е нам нужно. Вот 55. А, да, на 55-м, да. Угу. 55-е, а потом у Жульетта все-таки... Так, дай-ка я заправлюсь, что-то ссыкать на стола. Что-то игра тут какие-то мне непредсказуемые. Два гис куда-то, короче. Не туда, завел не туда, но... Как обычно. Ну. Так. Тебе бензин дорогущий, блядь. Слушай, я себя как в жизни прям чувствую, жалуюсь на дорогой бензин, да, прям... Мужики! Объебался на $2.74. Двадцатку. Возьму-ка я ремень на всякий случай. Чё там мне ссыкать? И антифриз. А то у нас а то холодно, пиздец. Так. Сэндвич. Жрачка. О, возьми буррито. Буррито. Клогито буррито. Запорито буррито. Буррито наоборот должен быть. Это самое. Так, на юга... 55-му, да. 55-е, угу.
Да блин! Чикаго пробка. В 12 часов. Так, вот здесь главное не проебаться. На Колфакс, на запад. 80-е. Все правильно. Доедем? Да. А сейчас прямо и попробуем, короче, это выжать максимум. Максимум овердрайв. West. Фух. Фиги, сразу жрать захотелось. Фух, фух. А он не хочет, слушай. 90, 80. Чей пробку опять воткнули? 75, короче, смог выжать. Видимо, он типа разрешенный предел, как у нас, типа, знаешь, там до там 10%, плюс-минус 10, да, погрешность, да, да, этого спидометра. Ну, что-то такое. Вот, ну ладно, хотя бы так, хотя бы так. Тогда нафига вообще это нужно, как бы, я так и не понял. Тут что, есть участки этого автобана? Так, Колфакс. Все, доехали куда надо. Отправляемся. Ага. Привет, человек, фреймрейт. Hi, isn't this place neat? As a matter of fact, you've come to the right place. Девочка, где твои родители? Дети кушали, отлично дожили. Уже подряжают детей на это. Так, largest city in the state, famous for Bryce Canyon and Zion National Parks. Ну, это, в общем-то, несложно, я думаю, сейчас будет. Bryce Canyon, Zion. Bryce Canyon. Так, Bryce Canyon, Beautiful Rock, Zion National Park, штат Юта. Штат Юта. А город-то какой? Largest city. Утах. Major city. State capital. Salt Lake City. Короче, к этим, к мормонам поедем. Mm-hmm. Штаб-квартиру мормонов. Кстати, тут что-нибудь указано про мормонов, интересно. Ага. Так, ясно. Salt Lake City, мормоны. Где-то есть. Где-то есть. Юта. Утах. Юти. Salt Lake City. Где там Олимпиада проходила? Лексингтон. Вот-вот, на запад. А, вот вижу. Вот, да. О, на запад. У нас чисто вот Орегон Трейл получается. То есть мы буквально с востока на запад сейчас едем. То есть мы какое-то время там пободялись немножко на юге, но потом на восток, и с востока, считай, всю Америку исколесили. Так, отлично. Ну что, тогда финальный, так сказать, рывок. Сейчас с этой дурой пообщаемся. Yes, all with models. My grandpa has an old model train set. He would just love this place. Except he's dead now. He was an alcoholic. I like the scenery. There are models of Mount Rushmore, the White House, the Statue of Liberty, but my favorite is the drive-in movie theater. Drive-in movie theater. Мы тут обнаружили возле Казанского вокзала тоже есть этот drive-in movie theater, на котором на машинах можно смотреть. No. У нас тут like taco, собирались taco, как-то на парковке его открыть, поставили даже экран. Довольно-довольно еще. Это ковид начался только. Но ковид начался, короче, это все быстренько обратно разобрали. Ну, а потом не запустив ни разу. Георгий говорил, что у них тоже был, по-моему, в этом. Алексей говорил, что в Новгороде был, по-моему. То есть, что-то это прям такая тема это известная, распространенная. Ну, какое-то время назад, конечно, сейчас уже есть или нет, непонятно. Так, взяли монетку и... Чё? Заправляемся и погнали. Угу. Игнорируй эту дуру. Игнорируй. Игнорируем. Нет никого. Нет. Смотри, какой бензин-то дешевенький. Останемся в этом штате жить. Так, $19.55. Такова моя догадка. На самом деле, конечно. Mm-hmm.
Вообще, плати full price, лошара. Так, возьмем футболку Colfax. Собачьих чипсонов. Liver and onions. Бананчик. Нормально, наберем говнеца. Напоследок шикуем. Антоцит какой-то. Это, походу, типа аспирина, чтобы голова не болела. Или алкозельцер, чтобы мент не докопался. Нормально, на 50 баксов закупились. Иди в жопу, я тебя не знаю. Зато она тебя знает. Ничего не знаю, никого не видел. Пошли в House of Wu. Так, что у нас там? И что, никаких это комичных... И даже донутсов никаких нету. Human Beef есть? А нет, Hunan. Дайте два. Пожалуйста. А я вам по одному только можно взять. Moon Shu, Vegetables. Kung Pao Shrimp. Кисло-сладкий курица. Ну, кроме Human Beef, ничего нет. Вот он донат. Ring of Celestial Delight. А, да, точно. Берем. A specialty of the house. Окей. Недостаточно российский, на мой взгляд. Не дожали. Не дожали. Погнали. On the road again. Так, сохранимся перед финальным рывком. По-моему, уже тоже не финальный еще. Девятый. Это уже финальный. Да. А всего 10. 9. 10 дней и 9 остановок. А. Потом нам последнюю дадут, типа... Или это уже, по-моему, в Солт-Лейк-Сити нам, типа, конференция, где мы собираемся и подводим итоги, насколько я помню. Очки считаем. Да, отчетчики. Кто победил в этой евроигре? Ой, спать захотелось. Давай напоследок шиканем. Давай. Делюкс номер. Лакшери. Люксовая конура. Собачки за 16.95. Я ночевал дешевле. Так. Все. Так. О, пирамидки. Тут какой-то contemporary art. Красота. И солевых наркоманов нет. What's not to love? Аркус? Welcome to Taco Taco. May I take your order, please? Breakfast Dilo и один хуй у вас. One numero uno. That's a whole lot. Please come again. Окей. Так. Сохранение еще одно. Ну, сохранение поверх сохранения. Погнали! По максимуму выжмем максимум из этой малышки. Малец, ты осознаешь, что ты делаешь? Моему партнеру нечего сказать на это. Похож на этого. Коротышка такой в окно весь почти полностью залазит. Офицер, вы слишком близко ко мне находитесь. Он похож на этого, которого с саниной напоили в тупом еще тупее. Да, точно. Гарри Ллойд. Поблагодарим офицера. Спасибо, офицер. По коням. Так, Омаха. Линкольн. Что там, мы не меняем курс, да, по-моему? Так и едем. Не, мы по 80-й так по 80-ке едем. По 80-ке пикем. До самого Солт-Лейк-Сити. До победного. Так, десяточку. Не, нифига, девяточку. Бэм! Вот так-то! Халява, Рашен! Погнали.
Так, давай. Давай, поднажми. А если держать? А вот, кстати, надо попробовать. Я не могу словить sweet spot, короче, когда он нажимается. Типа, ну ладно, и копы тоже не могут словить этот sweet spot, чтобы меня поймать. Так, продолжаем, да? Тоже бензинчик-то дешевенький, бензинчик-то. Бэм. А чем они отличаются? Типа тратятся в сразу? Я так понимаю, что на обслуживание движка там, типа, на всякую фигню потом придется тратиться. Ну, я, конечно, не уверен, но может быть. То есть у меня такое ощущение. Что типа потом в обслуживание в копеечку влетит. Или там ремень, например, порвется. Слушай, мы уже почти 5000 миль накатали, между прочим. Ну, стейк накинем. Фатбэк, мамбо-джамбо, хорошо. Майти Джо еще возьмем. Good choice, partners. Be right back with that order. Okay. Красота вообще. Так, погнали. Давай. Опять скуф. О-оу. Извините, у нас тут дорожные работы. Ладно, уговорил. Так, продолжаем, да? По 80-ке? По-моему, да, да. Так, давай сверимся, а то чем не туда. Будет ржомба. Да. Да, 80-ка. Сидней. Не знал, что Сидней находится в Америке. Ну как? Как и Санкт-Петербург. Ну. Так. Да хватит. Давай, шевелись. Едем дальше. Шевелись, корыто. До Каена доедем. Чё вам надо? Чё вы все от меня хотите? Email quality assurance. Your computer is working if you receive this message. Если вы видите это письмо, если эта страница напечатана, ваш принтер работает нормально. Джули Кейлэб Мастер, спасибо. Так, пожрали. Давай. 5000 гет сейчас будет. Ух! Так, до Каена добрались. Заправляемся. Клогойл. Давай. Мне нравится он Клогойл, типа, что как Клог, как типа забитый. Забитый этот. О, что-то я промахнулся. Ну, с такими-то ценами. Не мудрено. Пивка бы взять. Всегда, всегда влажное было текстурино на этом. Ну, фотка с асфальтом влажным. Не обращал внимания. По-моему, я тоже не обращал внимания. Не буду врать. Слушай, в долгую это играть выгоднее, потому что когда более короткие маршруты, тебе дают всего 1000 баксов. И у меня там денежек-то совсем немного остается. А сейчас, слушай, я что-то я даже не знаю, куда их девать. Еще и собака не выебывается. Вообще. Здорово. Давай, погнали. Собачка переживает. Нормально, на хавчик пробивает превышение скорости. Посрали, прожрали. Опять. У них такой цикл. Какой-то медведь. Цикл такой чисто это. Аккуратнее там, не садитесь, где медведь. Rock Springs. Слушай, последняя остановка. Надо заправиться, наверное. Да, надо заправиться. Давай, как это, по уму посчитаем. Калькулятор под рукой? Да. Сколько нам
12-13 галлонов где-то. Надо, посчитай, сколько это будет. Давай 13, 12 с половиной. Давай. Ой, сейчас. Подожди, у меня тут старые цифры остались, такая цифра. Старые системы исчисления, я в двоичном коде считаю. 16-11. 16-11. Прям вот копейка в копейку ведем. Ну, почти. Почти угадали. Так, я предлагаю еще монетку просадить на этом, на аттракционе. И уже пи***чит на последнюю точку. Border Game! Опять? Да. Yes, no. Мэриленд граничит с Айдахо. Без понятия вообще. No. Наверное, нет. Ухи! Вашингтон? Нет. Нет, точно. Я думал другой Вашингтон. Ну не важно, точно. Да. Вирджиния. Ну Вирджиния точно. Вирджиния рядом с Вашингтоном. Тем. Монтана тоже вряд ли. Да, твою мать. Так мы купоны не выиграем. Выберите штаб. Айова. Все знали, значит, Марта, винодельня Марта, Бостон, Чипарцы, вообще не понимаю, о чем речь. Массачусетсе была винодельня Марты. Поэтому почти все в Массачусетсе знали язык жестов. Вот такой вот факт. Гринелл Колледж находится на границе с Небраской в этом штате. Конечно. Я знал, конечно. The Post Office Abbreviation. Айо. Да. Ботинка. Пеликан стоит и Криоли стоит. Но он не похож на ботинок. Можно посетить старый музей. В Айове? Музей черной истории? Да, да, рассказывайте, конечно. Чё-то у меня сомнения. К тому же черной тетушки я в этом штате еще не видел. Та-ра-ра-рам. А, так, мы только что в нем были. На югах. Национальный музей женской славы. Без понятия. А, ну в Нью-Йорке, более таком либеральном штате. Понятно, и южане, консерваторы сраные. Опра Уинфри. Окей. Изобретатель. Да тоже там же. Понятно, все нормально на севере. Кантри на юге. Родео. Просто там же. Понятно, тут очень расистская такая это. Не расистская, а ксенофобская немножечко эта история. Все стереотипы это. О, стейк может сожрать. Все, хватит, пожалуй. Наигрался. Так. Чё там? Можно ехать. Можно ехать в Salt Lake City, бич! Финальный рывок! Финальный рывок! Давай! Это ещё... Так, это ещё не Salt Lake City. Давай! Нужен отель! Да. Не могу! Не могу! А, уже 9 часов так. Да. Ладно, Global Homo. Других вариантов нет. Цветное телевидение пишут. Но не во всяком номере. Okay. Room for you. Kennel for the pooch. Sleep tight. Sleep tight, bitch. Выглядит как это. Ничего хорошего в отеле Эль Рояль. Там такие же номера были. Солевой. Здорово. Здорово. Надеюсь, больше не увидимся. Сожрем. Да не возбуждайся ты так. Арр, моя простата. Давай.
Давай. Speedrun Road Adventures USA. Так, и что? Что там у нас? Выезжаем на этом самом Largest City. Сохраняюсь на всякий случай, на случай последнего вылета перед финишем. И... А, она там меня с шариками это встречала. Ну ладно. Все, у нас конференция мормонов. And now, ladies and gentlemen, let's bring up our next team of contestants. Yay! May we see the scores, if you please? Will do, Veronica. Let's tally the scores. Will do. First, of course, longer tours are more challenging. So here's what you get for tour difficulty. Вот так-то. У нас самый сложный маршрут. Did you trash your car? Did you have any money left over? Road Adventures USA wants to keep Masters you, Adventure. Our contestants happy. Ну-ка, доволен ли наш Did песик? Did you keep each other happy? Root planning. Did you go way out of your way? Да. Burning time along the lost highway? Учитесь, сынки. Это получается 20. What comes next? Clog Oil, official petroleum sponsor of Road Adventure USA, is pleased to award you 250 gallons of high-quality detergentistic super clog gasoline. I'm sure you'll need it. Once you hit the road with your almost new... Он сказал, сколько галлонов в баке. 200... Не, он сказал, что он нам даст халявных 250. И отрекламировал Эль Диабло. All yours for competing in Road Adventure USA. Да. Yay! Welcome, Road Warrior. Ну, следующий только спидран получается. Да. Ну, что я тебе могу спросить? Как тебе наша поездочка удалась? Слушай, ты когда сказал про Oregon Trail, я вспомнил какую-то игрулину, я не помню. Ее тоже как-то... То ли это какой-то ремейк этого Oregon Trail, то ли что-то. Они сделали из него типа рогалик, тебе засаживают в эту в вагончик вот в этот на колесах, который пачку попутчиков, которые с разными характерами. И тебе нужно, собственно, с востока на запад переехать. С остановочками, и там всякая херня между ними происходит постоянно, что-то они там то срутся, то что-то нужно как-то эти самые ресурсы менеджерить такое. Я вот не помню, связано это ли вот конкретно с Oregon Trail, но вот вайбы те же, да. То есть такая эволюция. Да. Тут мне что понравилось, я, слушай, когда я первый раз запустил такое, немножко вот этот вот такой юморок... Чернушные малость. Да. Ну, типичные брендами. Нулевые. Да, вот эти бренды какие-то такие, постоянное пропихивание рекламы, спама, какой-то фигни. То есть, когда они уже, походу, сами понимали, что образовательный элемент, типа, ну, такой себе, как бы надо чем-то развлечь. И вы напихали этого флафа. Это безумный чувак с чревовещателем. Просто даже не знаю, что они курили, прежде чем к этому прийти. Интересно, вы их всех повстречали, интересно, или они там еще их напихали? По идее, всех, потому что... Ну, кстати, вот да, я не знаю, насколько рандомизирован маршрут, но из того, что я читал, по-моему, маршруты фиксированные. То есть мы с тобой... Посмотрели самый сложный, который вот на... Ну вот, по-моему, он перекрывает тот маршрут, который я до этого полностью... А, то есть, если ты в следующий раз пойдешь сюда же играть, ты проедешь по точно такому же маршруту? Вот не знаю. Ну, как бы, по-моему, короткие могут какие-то там вариации быть.
Именно что, типа, вот, ну, я вот сейчас сказал и подумал, что, типа, 3 города из 5, по-моему, у меня были, совпадали с вот этим маршрутом. Поэтому вот последние 3 города я, собственно, знал, что будет там происходить, да? И там одни и те же персонажи, вот там тетушка эта чернокожая в рок-н-ролльном музее славы и так далее. И что в конце Солт-Лейк-Сити будет. Вот, а, типа, насколько вариативность именно в плане, там, первых 2 городов, там, типа, я не знаю. Вот. Надо почитать. Но, по крайней мере, вот могу точно сказать, что конец этого маршрута, который мы с тобой проделали, совпадает с серединой слэш-концом маршрута, который я проделал в одиночку коротким, самым первым. Вот. Так что вот, какие-то пересечения есть. Ну, все-таки, понятно, тут один DVD, и вот этот DVD, он не очень набитый, там 850 мегабайт, для того времени, понятно, нормальных кодеков ничего не было, и поэтому не очень сжатая информация, все-таки FMV какой-то присутствует, и, ну, что смогли, напихали, короче, ну, видимо, все-таки пределы какие-то были. Вот. Такая вот история. Так что вот так. Ну, по крайней мере, они запихали полновесную вот эту базу данных полновесную. Ну да, типа Википедия, пожалуйста. Да-да-да, такая. Решай задачки. Небольшая энциклопедия, небольшой творческий подход, рассчитываем маршрут, прикидываем, как бы это, сколько топлива, рассчитываем, может быть, это скидосик по топливу, ну, такие вещи, как бы, базовые для детишек, да? Тайм-менеджмент, фьюл-менеджмент и так далее. Вот. И не забывайте писать с песчиком. Да. То есть такой прото, очень-очень-очень прото, как бишь, open world, да, такой. Как этот жанр-то называется, да, когда по карте на локациях вот тоже такое, не то чтобы RPG, а как бишь, ну ты понимаешь, да. Так, тактика. Да-да-да, такое. Jagged Alliance, короче. Своего рода. Да-да-да, вот. Ну, такое вот, ну, короче. Что, это, менеджмент ресурсов есть? Есть. Да. Менеджмент времени есть? Есть. Партнеры-попутчики как бы есть, это... капризны? Есть. Есть. По карте нужно перемещаться? Нужно. Какие вопросы еще? Есть еще противники в виде копов из куфа, ремонтирующего дорогу. Да. Ну, как-то так. В общем, да, на этом завершим наше, так сказать, дорожное приключение. Спасибо, Шурин, что покатался со мной по городам и весям американцев. Обращайся. Да. Всем спасибо. Все свободны. Спокойной ночи, да.